Вот сегодня мы собрались на академический батл, который в Европейском университете в Петербурге организован для состязания Дмитрия Травина, экономиста и историка Ивана Курилова. Вот как вы вообще оцениваете последние новации президента по повышению жизненного уровня и конституционной реформе? Это немножко как бы не по теме, но это интересно. Я готов. Ну, как оцениваете? Да, как я оцениваю? Я, в принципе, оцениваю, ну, не под аплодисменты, конечно, но надежда у меня есть. Она вот чем связана. Понимаете, развитие всегда бывает циклическим. Туда-сюда. Вот мы сейчас доехали до такой точки, когда нужно возвращаться. Ну, не совсем туда, где мы были, но чуть-чуть назад. Вот это мероприятие, назовем так, условно, конечно, то, что произошло вот 15 января, это как бы, ну, возможно, я ошибаюсь, это моя позиция, моя точка зрения. Это маленькая революция, бархатная, сверху. Вот так вот, кратко. А вот как лично вы оцениваете последние инновации президента? Вы имеете в виду повышение прав в Конституцию? Да, 15 января его выступление, предложение. Угу. Ну, на мой личный взгляд, мне кажется, это происходит транзит власти. На данный момент еще неизвестно, каким образом будет осуществлен. Но все эти поправки направлены на условное увеличение власти парламента, уменьшение полномочий президента, свидетельствует о том, что Путин, скорее всего, скоро займет другую должность. Какую? На мой взгляд, скорее всего, это будет связано что-то с Госсоветом. Теперь этот орган будет у нас внесен официально в Конституцию, его деятельность будет более прописана, и, скорее всего, он будет там. Ну, а повышение жизненного уровня? Я его пока не ощущаю. А вот как лично вы оцениваете последние инициативы президента? Туманные. Ну почему? Все, по-моему, очень конкретно прописано, все такие конкретные предложения, горячие завтраки для всех. Это же очень здорово, правда? Повышение, значит, суммы материального, материнского капитала, все очень конкретные цифры. Фантик замечательный. Внутренности сложнее. Ну как, четкие внутренности, 500 000 рублей, ну, написано четко. Я так думаю, что цель была совершенно другая. Ну какая другая? Я думаю, что цель была в том, чтобы сделать себе надежный запасной аэродром. Все остальное, это фантик. Ну а какой, интересно, запасной аэродром? Какой-то. Вы видите в чем-то? Какой-то. Тут, наверное, важно не то, что я вижу, важно то, что автор видел. Я предполагаю, что запасной аэродром – это Госсовет. Это я предполагаю. Что предполагал автор, мы узнаем, наверное, в ближайшее время. Вот как вы оцениваете последние инициативы президента? России? Да. Отрицательно. Почему? Конституционный переворот. Вы так называете? Да. Но кто-то считает, что это либеральный транзит. Транзит кому? От кого? Власти, власти. Транзит власти. Не будет. Будет вечная монархия. А вы как считаете, молодой человек, вот как оцениваете эти инновации президента? Тоже отрицательно. Почему? Ну, потому что это узурпация власти, все идет только к этому. То есть, по сути, ничего не меняется. Ну почему узурпация власти? Вроде бы президент сказал, что не надо повторять ситуацию середины 80-х, когда там до смерти они правили генеральные секретари. Ну, знаете, он много что говорил, это не всегда исполнялось, поэтому его слова не имеют веса. Как вы оцениваете последние инициативы президента? Я их оцениваю как подготовку определенного транзита власти, который предполагает перераспределение
функции, силы определенных структур государственных, создания новых, усиления одних и сравнительное ослабление других, с тем, чтобы обеспечить собственное влияние, независимо от того, какой должность он будет занимать. Вероятно, конструкция еще не определена окончательно, она будет корректироваться по ходу, еще есть 3-4 года, и в дальнейшем, наверное, будет выработана такая конструкция, когда влияние Путина на политические процессы в России будет сохранено на очень длительное время. Путин и его той команды, которую он сформирует еще в это оставшееся время. Вероятно, она тоже будет меняться. Вот вы, люди уже с большим жизненным опытом, пожили, наверное, при многих правителях. Вот как вы оцениваете в сравнении с историческим опытом, как оцениваете вот последние инициативы президента Путина? Последние инициативы президента Путина, мне кажется, это неполный ответ на те вызовы общества, которые произошли, которые постоянно происходят, неполные, но своевременные. И, видимо, таков ответ человек, который находится у власти практически 20 лет. А вы как считаете? Как вы считаете, вот это изменение Конституции, они должны проходить при референдуме или их просто приниматься? Они должны проходить по закону, мне кажется. Закону, да. Ну, как положено, да. Все законно, формально законность соблюдена. Принятие конституционных законов двумя третьими парламентом, все очень четко. Нам даже предложили голосование, не референдум, но все-таки голосование предложили. Но я считаю, что референдум... То есть референдум имеет определенную правовую силу, а голосование не имеет. Совершенно верно. Вот это нас смущает. Смущает. Но как же нас смущает? Но все-таки согласитесь, у нас последний референдум был в 89-м году, это 30 лет хотя назад. Хотя у нас определили Мафусаилы или Соломоны по жизненному опыту. На самом деле мы не таковы, но тем не менее, три конституции мы уже прожили. Через три. Вот. Поэтому, я думаю, и у этой конституции, у этого голосования, скорее всего, будет такая же судьба, то есть почти единогласно. Дмитрий Яковлевич, вот сегодня вы в Европейском университете в Петербурге представляете второе издание своей книги «Крутые горки 21 века». Я помню, как 4 года назад вы представляли первое издание. Вот в чем принципиальное отличие второго издания от первого? Ну, во-первых, отличие состоит в том, что первое издание все раскупили, и теперь пришлось издавать второй раз. Естественная такая потребность. Во-вторых, для второго издания я написал целую главу, новую главу, которая развивает те мысли, которые уже были в первом издании. Дело в том, что я, когда писал книгу «Крутые горки 21 века», это был в основном 2013-2014 год, намечал в главе о политической системе 21 века некоторые идеи, связанные с изменением политической ситуации, принципиальным изменением политической ситуации в современном мире. То есть я говорил о том, что старые противостояния отмирают и будут принципиально новые противостояния. И вот, когда первое издание уже было опубликовано, в Америке вдруг победил Дональд Трамп на выборах, и та политика, которую он представляет, и та политическая ситуация, в которой Америка сегодня оказалась, довольно точно отразила вот эту мою гипотезу, изложенную в первом издании книги. Кроме того, аналогичные процессы ведь происходят не только в Америке. Так называемые «новые правые» активизируются во Франции, где партия Марин Ле Пен очень энергично. Появилась в Германии новая партия «Альтернатива для Германии». Англия, Великобритания осуществила Brexit, вышла из Евросоюза, по крайней мере, сейчас находится в состоянии выхода. В целом ряде других стран происходят похожие процессы. Вот глава, которую я написал, это попытка на конкретных фактах пояснить те идеи, которые были в первом издании. Но, к сожалению, вы писали это второе издание до известных новаций на прошлой неделе, которые предложил президент Путин. Вот как вы оцениваете эти его инициативы? Знаете, книга «Крутые горки 21 века» – это не книга о России.
Это книга о том, какое место Россия занимает в современном мире, о том, насколько те явления, которые происходят в мире, сказываются на нашей стране, в чем мы отстаем, а в чем мы движемся примерно так же, как западные страны. То есть это не книга о том, что сегодня придумал Путин. Но все-таки что придумал Путин? Вот как вы оцениваете? Путин собирается остаться у власти, насколько я понимаю, после 2024 года, хотя по нынешней конституции он на это не имеет права. Поэтому конституция должна как-то меняться. Вот этим он сейчас и занимается. Что избрано Путиным для того, чтобы остаться у власти, до конца не ясно. Я думаю, что просто процесс изменений будет продолжаться и после вот тех поправок, которые будут внесены в Конституцию. Путин, наверное, до 2024 года еще всякие сюрпризы нам покажет. А как вы считаете, вот в целом вот эти все новации, эти перестановки, эти совершенствования, они как-то помогут кардинально изменить ситуацию к лучшему? Ну, смотря для кого. Для Путина, конечно, будет лучше. Это как старый советский анекдот. Все для блага человека, и вы даже знаете лично этого человека, для чего благо все делается. Конечно, Путину будет удобнее оставаться у власти, и тем людям, которые с ним работают, будет удобно. В стране от этого никаких позитивных изменений не произойдет. Мы находимся в стагнации с 2009 года. Экономика практически не растет. Тот рост, который сейчас Росстат показывает, во-первых, очень маленький, во-вторых, просто сомнительный. Чисто статистически не факт, что он отражает реалии. Так что нет, лучше не станет. Сейчас Путин просто решает вопрос, как остаться у власти и как оставлять страну в состоянии стагнации и на последующие годы. Спасибо. Значит, в 2015 году вышло первое издание этой книги. Издание закончилось. Наше издательство Европейского университета сейчас выпустило второе издание, вот это вот. Его можно приобрести вот там вот киоск перед входом в зал, где сотрудник издательства торгует этой книгой. Но это, ну, у кого-то из вас, может быть, есть первое издание «Крутых горок», но это издание серьезно дополнено. Специально для этого издания я написал главу под названием «Трамп». Это не совсем то, о чем можно сразу подумать. Это не биография Трампа, не история выборов и так далее. Эта глава тесно связана с теми главами, теми идеями, которые были уже изложены в первом издании этой книги. Но поскольку первое издание вышло в 2015 году, еще до того, как появился феномен Трампа, то, а когда вся эта история закрутилась, мне показалось, что вот эти происходящие сегодня в Америке события очень точно отражают гипотезы, которые были изложены мной в первом издании, то вот я и решил написать специальную главу для второго издания книги и на конкретных материалах показать то, о чем шла речь в первом. Это не биография, не история Америки. Я, естественно, не взялся бы в присутствии Ивана Ивановича, нашего ведущего американиста, собственно, излагать американскую историю и политическую систему. Это некая гипотеза о том, что происходит в современном мире. Я ее буду излагать, Иван, наверное, со мной будет полемизировать, будет рассказывать о том, вписывается или не вписывается это в реальную историю Америки, или я что-нибудь нафантазирую. Ну, а я буду отбиваться. Кроме этого, у нас можно купить другие книги издательства Европейского университета, там много чего продается, в том числе и моя книга прошлого года «Особый путь России от Достоевского до Кончаловского». И мы сегодня захватили еще ту книгу, которую я здесь презентовал не так давно, книгу «Историческая социология в «Игре престолов».
книгу о комментарии известного сериала с точки зрения исторической социологии. Я ее здесь уже презентовал, но несколько экземпляров мы еще сегодня захватили. Вот Татьяна, сотрудник центра, там сидит. У нее можно будет эти экземпляры купить. Их, правда, очень немного. И еще у Тани есть вторая книга. Она, вот эта вторая книга, она в каком-то смысле продолжает «Особый путь России». Это книга, которую мы делали под руководством Евгения Григорьевича Ясина в Высшей школе экономики 2 года назад. Там 4 автора, там большая моя глава об особом пути и главы других профессоров. Ну вот ее тоже можно купить, но тоже там экземпляров всего ничего. Вот это введение. По организации нашей работы, ну многие из вас, наверное, были уже у нас на предыдущих батлах, работаем следующим образом. Мы работаем час с Иваном в 3 тура. Первый тур по 15 минут. Сначала я, потом Иван оппонирует. Затем по 10, затем по 5. То есть в 3 тура есть возможность высказать все соображения, какие хотелось высказать. После этого подключаетесь вы, любые вопросы. В том числе я обещал, что если будут вопросы по текущей ситуации в России, ну, было бы странно не прокомментировать, потому что тут весело у нас как-то стало в последнюю неделю, так что об этом тоже можно будет поговорить. Ну, вопросы, и если будут выступления, то и небольшие выступления тоже. Так, нормально все? Хорошо, тогда начинаем работать. Я, наверное, присяду. Так. Ну хорошо, значит, будем считать, что время мое пошло, первые мои 15 минут. Значит, с какой стороны я смотрю на феномен Трампа, Брексита, Марин Ле Пен, альтернативы для Германии, всей этой кампании так называемых новых правых, которые в последнее время стали очень популярны. Существует много разных трактовок того, что это такое. Обычно какие встречаются трактовки? Ну вот какой-то новый популизм. Раньше политика была серьезная, а теперь она опускается на уровень популизма. Нет, я не думаю, что проблема в этом. Популизма всегда в политике было очень много. Начиная, может быть, от выборов, которые выиграл Наполеон Бонапарт, еще не будучи Наполеоном III, во Франции в середине 19 века, потом он уже стал императором. Политика – это сплошной популизм почти всегда. Иногда говорят, что явление Трампа – это некий антиэлитный протест. Вот это я совершенно не понимаю. То есть миллиардер Трамп – это антиэлитный протест. То есть такой вот Обама – это был из элиты, простой американский парень Обама из элиты, а потом пришел на смену ему Трамп, это антиэлитный протест. Тоже мне кажется, что такого рода объяснение довольно сильно упрощает ситуацию. Что же происходит? Для того, чтобы сказать, что происходит, я хочу отступить немножко назад в историю политики, историю политических систем. Вот нормальное политическое противостояние в 19 веке, ну, скажем, во второй половине 19 века, в первой половине 20 века, практически в любой стране, ну, кроме авторитарных режимов. К чему сводится политическое противостояние? Справа – правые, слева – левые. Две основных политических силы. Они могут по-разному называться. Левые могут называться социалистами, социал-демократами, коммунистами. Скажем, после Второй мировой войны в Италии коммунистическая партия была главной левой силой, сильнее, чем социалисты. Правые тоже могут по-разному называться. Консерваторы, христианские демократы, народная партия или еще как-то. Но в основном конфликт сводится к конфликту правых и левых. Есть другие партии, там, какие-то представляющие аграрную сферу, или там в последнее время экологические партии появляются. Но все-таки основной конфликт был между правыми и левыми. Конфликт этот был старый, понятный и, в общем, уже 1000 раз изучен. Опять же, чтобы слегка упростить, чтобы не выходить за 15 минут, что такое левый?
Левые – это те, которые представляют большие трудящиеся массы и говорят, вот давайте-ка мы осуществим некое перераспределение богатств в нашем обществе. Поднимем налоги, заберем кое-что у богатых, перераспределим через бюджет, выделим на нужды либо бедных, либо всего общества. Социальные пособия, пенсионные системы, бесплатное или полубесплатное здравоохранение и так далее, и так далее – это различные проявления левой политической, политико-экономической идеологии. Правые этому противостоят. Ну, правые тоже не чужды популизма, там всякое есть, но в целом правые, когда приходят к власти, стараются остановить перераспределение богатств. Может быть, даже вернуть ситуацию назад, хотя правым это не очень удавалось вот в те примерно 100 лет, о которых мы говорим. Но правые как-то пытаются консервировать, цементировать ситуацию. И, соответственно, на протяжении всего 20 века в разных демократических странах правые и левые меняются у власти. Но пока они у власти менялись, в целом надо сказать, что левые двигались вперед значительно более успешно, чем правые сопротивлялись. Если посмотреть, как осуществлялось перераспределение богатств где-то со времен Первой мировой войны, то доля богатств, доля волового продукта, который перераспределялась через бюджет, все время нарастала. Становилось больше, 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 больше. Где-то лет там, 50-60 до 70-х годов 20 века медленно, но верно этот процесс шел. Левые двигались вперед, правые иногда их останавливали, но левые снова двигались вперед. И так дошло до ситуации, ну эта ситуация сложилась в основном где-то после экономического кризиса 1973-1975 годов, что серьезные эксперты задумались, а вообще так скоро экономика перестанет развиваться. Невозможно бесконечно повышать налоги и перераспределять от тех, кто создает бизнес, к тем, кто его не создает. И где-то к рубежу 70-80-х годов 20 века мир замер в такой вот неопределенной ситуации. В некоторых странах появились... Ну, иногда их называют неолибералами, но я бы, честно говоря, их неолибералами не называл, скорее такой здоровый консерватизм. Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган, которые решили остановить вот это вот движение влево. В Швеции даже произошел поворот вспять, когда доля волового продукта, которая там переваливала за 60%, доля, которую государство забирало, она переваливала за 60% ВВП, шведы смогли сделать меньше эту долю. То есть сделать такой вот относительно либеральный отход назад. И вот эта вот старая история, которая 100 лет длилась, борьбы левых с правыми, к концу 20 века стала несколько иной. Ну, в шахматах бы это назвали пад. И те не могут двинуться вперед, и другие не могут двинуться вперед. Левые не могут перераспределять больше богатств, чем они распределяли, потому что просто экономика начнет останавливаться. Радикальные левые, типа коммунистов, практически всюду стали терять свою репутацию, а ответственные левые стали проводить более разумную социал-демократическую политику, не увеличивая долю волового продукта, который перераспределяют. Но правые, в основном, ну вот кроме Швеции, может еще там какой-нибудь один-два примера можно найти, не смогли отыграть назад. Иногда мои друзья-либералы, вот я вообще сам либерал, так сказать. Я не правый, не левый, я либерал, я за максимальную свободу. Вот иногда мои друзья-либералы говорят, давайте создадим такую экономику, которая эффективно работает при минимальных налогах. Давайте снизим масштабы перераспределения волового продукта до того уровня, который был где-нибудь в начале 20 века или в 19 веке.
ничего из этого не получается. Причем не получается не потому, что это неправильный экономический совет, это правильный экономический совет. Если бы можно было, надо было бы сделать. Но просто не найти такой политической силы, которая решит, решится на резкое сокращение налогов и, соответственно, резкое сокращение различных социальных благ, которые получает общество. Такие политики быстро проиграют. И вот этот традиционный конфликт между левыми и правыми в последние десятилетия, в общем, перестал быть интересным. Его, по сути, нет. То есть, конечно, он есть, и на любых выборах левые с правыми отчаянно сражаются и упрекают друг друга во всех грехах для того, чтобы победить. Но масштабного движения в сторону повышения налогов и усиления общества массового благосостояния, массового потребления уже не происходит. Нет ресурсов для такого движения. И обратно нет движения. Если посмотреть на историю Соединенных Штатов, вот сразу пас Ивану, может быть, он меня и начнет опровергать, то вообще самым ответственным политиком последних десятилетий, которого можно было бы назвать по духу правым, был Билл Клинтон. Он поддерживал здоровый бюджет, не поднимал налоги, не занимался таким популизмом, которым занимался, как ни странно, Рональд Рейган, который раскрутил систему государственного долга США на более высокий уровень, чем был до него. То есть представитель демократической партии, которая традиционно вроде в Штатах должна считаться левой, проводил более ответственную политику. Хотя когда-то его предшественники, там, Линдон Джонсон, наоборот, раскручивали социальные программы в рамках концепции великого общества. То есть вот это вот противостояние вроде сходит на нет. Политика становится скучной. Но, и вот здесь я подхожу к самому главному, что мне представляется интересным. Это не конец истории, как сказал бы Фукуяма. Это переход истории на некий новый уровень противостояния. В мире за эти годы произошли большие изменения, но изменения не связанные с вот этим вот противостоянием левых-правых внутри страны. Эти изменения связаны с процессом, который называется глобализация. Ну, когда началась глобализация, это спорный вопрос. Некоторые эксперты сводят начало глобализации вообще к периоду до Первой мировой войны. Но мне кажется, глобальные изменения проходили в последние 40-50 лет в западных странах, когда по разным параметрам ведущие западные страны активно включались в мировое хозяйство. Снимались различные ограничители. Снимались ограничители для движения товаров, движения капитала, движения рабочей силы. Возникал по-настоящему единый мировой рынок. И по мере того, как происходила компьютеризация общества, за один день можно было осуществлять торговлю товарами или ценными бумагами или какими-то ресурсами по всему миру, там, от Сингапура до Чикаго. Вот этот процесс глобализации стал сильно менять мир, но совсем не так, как мир менялся за сто предыдущих лет. Что произошло? В каждой стране возникли новые выигравшие и новые проигравшие. Проигравшими были, стали, точнее, те люди, которые проиграли именно от глобализации. Ну вот, что говорит Трамп. Американский бизнес выводит свои предприятия в Китай или в Мексику. Остаются американские рабочие, которые не имеют работы, а они могли бы иметь работу на американских заводах, если бы бизнес вел себя ответственно. Да, это проигравшие. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо. Мы не об этом дискутируем. Я лично считаю, что это нормальный, хороший процесс. Кто-то скажет, что плохой, но не это важно. Появилось множество проигравших принципиально нового типа. Раньше, до того, как бизнес
двигался в таком объеме по миру, не было такого числа проигравших от вывода капитала за границу. С другой стороны, в каждой стране появляется много работников, которые приезжают работать в эту страну из-за границы. В Америке мексиканцы, в Европе арабы, у нас узбеки, таджики и так далее. Люди, которые живут в данной стране, видят, что целый ряд рабочих мест занимают гастарбайтеры. Хорошо это или плохо, опять же, отдельный вопрос. Я считаю, что это хорошо. Это удешевляет товар. Но многие люди считают себя проигравшими от этого, от этих перемен. И формируется большое количество людей, вот еще 50 лет назад такого не было, которые чувствуют себя в том или ином виде проигравшими от глобализации. Эти люди говорят, да, не надо выводить капиталы за границу, да, надо останавливать миграцию, надо вернуть наши заводы назад. Это не сумасшедшие, это не глупые люди. Это люди, которые чувствуют, что их интересы ущемляются. Но с другой стороны, есть масса людей, которые выигрывают от глобализации. И они говорят, да, глобализация создает массу рабочих мест. Прежде всего в высокотехнологичных сферах. Экономика эффективнее, когда работает глобализация. Вот эти люди выигрывают. И вот оказывается, в ситуации, когда старое противостояние левых и правых стало скучным и не очень актуальным, когда людям там не о чем спорить, потому что воловой продукт уже не увеличишь и не уменьшишь в процессе перераспределения, возникает принципиально новое противостояние, связанное с различными аспектами глобализации. Должна страна открываться миру или не должна? Миллионы людей готовы голосовать за тех, кто говорит, что я построю стену на границе нашей страны, и ни один мигрант не пройдет. Или я заставлю наш бизнес вернуть заводы назад. Вот миллионы людей чувствуют, что это в их интересах. А другие миллионы чувствуют, что нет, это против них. И если будет активно идти глобализация, значит, мы, думают эти люди, выиграем, потому что экономика будет активно развиваться, будут появляться новые интересные оплачиваемые рабочие места. Вот с моей точки зрения, такое вот чуть ли не одномоментное появление Трампа в Америке, Ле Пен во Франции, альтернативы для Германии в Германии, партии Брекзита в Великобритании. Это все проявление одного глобального изменения, связанного с процессом глобализации. Мои 15 минут истекли. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Я бы, ну, я, наверное, начну с того, что в какой-то мере на несколько процентов те факторы, про которые Дмитрий говорил, действительно имеют место и в американской, и в европейской, наверное, политике. Но вот значимость их, и тем более, как Дмитрий представляет, ключевую роль в появлении Трампа, например, в Соединенных Штатах, я бы им отдать не мог. Я сейчас попробую объяснить, почему. Ну, во-первых, Дмитрий совершенно верно сказал, приведя пример Клинтона и Рейгана, что вот это европейское раздел на левых и правых совершенно не работает или очень плохо работает применительно к Америке. Кто там левый, кто там правый, никогда не было ясно и, в общем, не ясно до сих пор. То есть, условно, демократы левые, условно, республиканцы правые, но это не те левые, не те правые, как мы привыкли в Европе видеть. У них в повестке дня очень многое перепутано по сравнению с привычными нам. Действительно, Мари Ле Пен, Брекзит, еще ряд подъем консервативных движений в Европе связывают с, ну, с иммиграцией больше всего, связывают с появлением большого количества новых мигрантов, большого количества вызовов, которые, вот, на которых сыграли правые. А что касается Соединенных Штатов, то никакой новой волны, увеличившей там количество мигрантов, в эти годы не наблюдается. С другой стороны, Соединенные Штаты – это страна иммигрантов, которая более 200 лет только за счет иммигрантов и жила. И отношение в Соединенных Штатах к волнам миграции совершенно не такое, как в Европе. Трамп действительно обещает построить стену, и уже там строит стену на границе с Мексикой, но это совсем не тот уровень угроз, и совсем не то восприятие угроз, которое характерно для европейцев, или для французов каких-нибудь, или для англичан.
То есть для Америки то, что нам кажется естественным и привычным из Европы, вовсе не является таким же привычным, естественным и само собой разумеющимся. Трамп, да, и самое главное, Трамп результат вовсе не этих явлений, не глобализации, да, и глобализация, конечно. Посмотрите, для американцев, для всего остального мира глобализация это вот то, что можно было бы назвать американизацией. Вот глобализация, когда американские транснациональные корпорации приходят и у нас что-то строят. А для самой Америки глобализация это нечто другое. То есть да, какие-то вот те самые корпорации, которые, американские корпорации, которые строят что-то в Азии, они таким образом, как говорит Дмитрий, выводят рабочие места из Америки. Но посмотрите, если бы это было феноменом, который привел к власти Трампа, то, наверное, на момент избрания Трампа что-то должно было обостриться в этом смысле. Я специально посмотрел, распечатал себе уровень безработицы в Соединенных Штатах за последние 50 лет. Вот, безработица в 2016 году, на момент избрания Трампа в Соединенных Штатах составила 4,7%. Безработица на момент избрания Обамы 4 года, за 4 года до этого, в 2012 году, на его второй срок, была 7,9%. И тем не менее, в тот момент избрали Обаму, а не его конкурентов-республиканцев, которые, в общем, точно так же призывали к выводу. То есть ситуация улучшилась за 4 года, а демократы проиграли выборы. То есть мне кажется, что здесь не работает этот тезис с выводом рабочих мест куда-то за границу. Да, она сейчас продолжает снижаться, вот только что там сообщали о том, что безработица самая низкая за 50 лет уже, вот в этом, в 2019 году в смысле. Но на момент избрания этого еще было не понять. То есть, мне кажется, эти объяснения недостаточно поддерживаются там вот цифрами, на которые мы можем посмотреть. А что же произошло? Мое как бы альтернативное объяснение, что такое Трамп, все-таки связано прежде всего с отвергнутой Дмитрием концепцией идеи антиэлитного бунта. Я сейчас попробую объяснить, почему. Да, кажется смешным, Трамп миллиардер, и это такая не элита, контрэлита. Но давайте попробуем посмотреть на это американскими глазами. Для Соединенных Штатов, начиная с их, собственно, с борьбы за Конституцию с 18 века, главный конфликт вот, и главное представление об элите – это некие вашингтонские бюрократы, которые могут узурпировать власть. То есть с самого начала, собственно, отцы-основатели больше всего боялись, что появятся какие-то люди, которые восстановят монархию или продадут страну назад Англии, или каким-то образом узурпируют доверенные им народом права. И поэтому элитой американцы прежде всего считают управляющих государством бюрократов и вот эту верхушку политиков, которые вот наследственно там передают власть одним от одних другим. И вот именно такую элиту американцы не любят, и именно на вот этой антиэлитной волне и стал формироваться феномен Трампа. Посмотрите, действительно, если вы взглянете на американскую элиту, вот на эту элиту государственную, как бы управляющую государством в последние там, 30 лет, то вдруг увидим, как в демократической стране совершенно странным образом государственные посты стали передаваться внутри одной семьи. То есть вот президенты, да, Буш, отец и сын, Клинтон там чуть жене не передал. То есть это в этом смысле для рядовых американцев, которые воспитаны вот в этом представлении о том, что демократия означает сменяемость власти, это очень странное и вызывающее раздражение просто на уровне вот инстинктов явления. И в этом смысле Трамп, конечно, контрэлитный. Он человек, это миллиардер, это человек, который, конечно, был знаком со всеми этими представителями традиционной элиты всю свою жизнь, но это человек, который не ассоциировался совершенно с вашингтонской бюрократией, управляющей и узурпирующей управление государством. И именно вот в этом смысле Трамп антиэлитный. Если мы посмотрим опять на всю историю Соединенных Штатов, то увидим, как такие антиэлитные кандидаты приходили периодически для того, чтобы перетряхнуть весь вашингтонский бамонт. Ну, я не знаю, первый, наверное, Эндрю Джексон. Не случайно Трамп повесил себе на стену снова портрет Эндрю Джексона, президент в 1829-36 годах, вот, 37-м, да, человек, который был генералом, в общем, генералы, наверное, тоже относятся к элите каким-то образом, но совершенно не относился к той
традиционной элите, из которой до этого рекрутировались американские президенты, то есть он не был ни каким-то представителем купцов Новой Англии, ни там, плантаторов Виргинии, все предыдущие 6 президентов были оттуда, либо из Бостона, либо вот виргинские плантаторы. И вдруг пришел такой человек с Запада, и его избрание, кстати, если почитать прессу того времени, очень напоминает реакцию на избрание в 16-м году Трампа, что этот человек тут сделает сейчас со страной, как ему можно доверять Белый дом. А его сторонники, в свою очередь, в общем, тоже проявили себя, побили стекла в Белом доме, там, в общем, был такой приход. Вот Джексон был одним из первых таких, перетряхнувших элиту, но его эпоху называют демократией Джексона, то есть в учебниках американской истории вот эти 8 лет его правления, это эпоха Джексонian Democracy, демократии Джексона, то есть при нем действительно резко расширилось количество людей, которые стали вообще участвовать в политике, избирать, голосовать. И это вот, повторюсь, сейчас мы вернемся к Трампу, это очень важно для того, чтобы понять феномен Трампа. Потом был Авраам Линкольн, тоже человек, который в Вашингтоне был вовсе не своим. Потом мы еще нескольких можем назвать. Наверное, последними двумя были демократические президенты. Джон Кеннеди, ирландец-католик. Для 60-го года избрать католиком было так же странно, как в 21 веке было избрать афроамериканца. Вот следующий был, собственно, Барак Обама, непосредственный предшественник. То есть и Трамп в этот ряд вполне вписывается. Человек со стороны, человек, который противопоставляет себя вашингтонской элите, побеждает для того, чтобы показать, что государство принадлежит народу, а он вот этот народ, а не вашингтонским бюрократам. И как нам ни странно кажется миллиардера называть народом, то для американской традиции это гораздо более естественно. Великая американская мечта, каждый может стать миллиардером, а в этом смысле каждый себя видит, может спроецировать себя на вот человека, который разбогател благодаря своим умениям там, и везению тоже не в последнюю очередь. Так что это одна сторона. И вот Трамп таким образом выразил и желание этих людей взять назад под контроль государство американское, отобрать его у семей Клинтонов, Бушей, то есть и демократических, и республиканских семей, которые уже как бы засели в Белом доме, и вернуть вот Америку на этот правильный путь. А другая сторона, объясняющая феномен Трампа, мне представляется, это вопрос идентичности, извините, ответ на вопрос, кто мы такие, который человек в любой стране время от времени себе задает, вот кто мы такие, вот что значит быть русским или россиянином, что значит быть американцем, это тоже очень важный вопрос, который иногда обостряется, иногда надо хочется понимать, как мы на него отвечаем. И вот мы видим в этом смысле, что в последние десятилетия большая часть американцев испытывала очень серьезные проблемы с ответом на этот вопрос. Посмотрите, американское общество очень быстро внутренне менялось, очень быстро покончило с многими проблемами, которые там портили и образ страны, и собственное ощущение американцев. Смотрите, еще на жизни старшего поколения, нынешнего, ныне живущих людей, которые вполне живы, здоровы, голосуют, даже сами участвуют в выборах, в половине, в значительной части юга, штатов США на юге была сегрегация, то есть законами было запрещено людям цветным, то есть афроамериканцам и, в общем, не белым, ездить в одном автобусе, в одном вагоне, пользоваться одним и тем же туалетом с белыми. То есть это на жизни нынешнего поколения, это не в учебнике истории. Это если вы приезжаете в глубокий юг американский, вам тут расскажут, да-да, я помню, я рос вот здесь, вот пошла негритянка, постучалась в парадную дверь, я был в ужасе, как она могла. Это вот мне рассказывали люди, которые не старые люди, они вот это помнят в 60-е годы, у них там юность была. И вот представьте, за время жизни этого поколения, какой путь прошла страна. Мы можем, в общем, только удивиться, как быстро развивалась Америка, но поставьте себя на место этих людей. Это очень серьезные изменения, то есть представление о том, не только о равенстве всех там афроамериканцев, но еще большое количество изменений произошло буквально вот в какие-то считанные годы. За какие-то 10-15 лет, я не знаю, страна прошла от полного отрицания там, гомосексуальных браков к их признанию, то есть к их признанию официальному. Страна прошла от того, что место женщин на кухне, там еще в 60-е годы, до победы каких-то там феминистских концепций. То есть страна очень быстро поменялась. И вдруг, представьте себе, вот
значительная часть людей все-таки не готова сама меняться изнутри так быстро, не готова так быстро менять представление о том, что значит быть хорошим настоящим американцем. Посмотрите старые голливудские фильмы, вот что такое, какой-нибудь классический вестерн, я не знаю. Вот типичный американец, которого снимали еще в 50-е, даже в 60-е, даже в 70-е годы. Вот. Это совсем не тот человек, как себя вот представляют американцы ныне. И президент в этом смысле, это в каком-то вот... В каком-то смысле это такое олицетворение Америки. Каждый американец может себя как-то отождествить. Вот он представляет нас, американцев. Вот он такой, как я. И вот впервые избирают американским президентом сначала черного афроамериканца Барака Обаму. И вдруг вот для большого количества расистски настроенных, да, там расистов много, именно в силу воспитания, они этого стесняются и вслух не говорят, но расизм — это большая проблема для Соединенных Штатов. Вот. И как себя отождествить с черным президентом? То есть это большая проблема. И тут появляется Трамп, который, ну, не то чтобы он вслух какие-то российские вещи выступал, но как-то вот люди, которые не верят в черного президента, они почувствовали, что с Трампом им будет попроще, что Трамп — это вот человек, который разделяет их недовольство быстрым либеральным развитием Америки, и Трамп в каком-то смысле олицетворяет ту Америку их молодости, ту Америку, в которой, в общем, Америку, в которой основной тон задавали белые англосаксы и протестанты, вот эти WASP. А не ту Америку, в которой сегодня есть меньшинства, есть афроамериканцы, они могут быть президентами, а белые, как им кажется, теряют свою ведущую роль в этой стране. И для американской вот этой политики идентичности это очень важно. И мы увидим, и мы видим в последние годы, Трамп только один из, может быть, самый яркий, самый заметный от нас издалека феномен, но мы видим, как параллельно вспыхивают несколько культурных войн. А вдруг в Америке, помните, начинают сносить памятники южанам, то есть они простояли 150 лет, там, ну где-то 100 лет их установили там позже, но вот, и никого не трогали, и вдруг их начинают сносить. А вдруг разгораются новые, с новой силой расовые битвы, они, конечно, сильно никогда не угасали там полностью, но вдруг возникают конфликты на расовой почте очень большие. Вдруг вот буквально на днях там Виргиния, по-моему, чуть ли не чрезвычайное положение вносит, потому что съехались националисты, факельные шествия. То есть откуда это все взялось? Это не Трамп спровоцировал, Трамп сам один из... одно из проявлений вот этих культурных войн, которые сейчас Америку поглотили. Америка слишком, ну как слишком, хорошо, что она развивалась, наверное, в этом направлении, но очень быстро развивалась последние 50-60 лет в направлении либерализации. И это вызвало культурное отторжение значительной части американцев, которые не готовы сами меняться так же быстро, как меняются государства. И Трамп оседлал и вот эту волну. То есть, с одной стороны, антивашингтонскую, а с другой стороны, вот эту консервативную, традиционалистскую волну. Верните нам ту Америку, сделаем Америку снова великой, верните нам ту Америку, какой она была 40 лет назад, когда мы были молоды. И вот это тоже сыграло на его избрание. Что здесь? Можно, конечно, сказать, что быстрое изменение Америки как-то связано с глобализацией, но мне представляется, что это все-таки более внутренний феномен для Соединенных Штатов. И в этом смысле я уступаю тебе. Спасибо. Спасибо, Иван, замечательное выступление. И я даже скажу, что я согласен с тем, что говорил Иван не на 10 там, или 15%, а практически полностью. Все, что касается характеристики современной Америки, Иван совершенно правильно изложил. Он гораздо лучше меня это знает, но, в общем, и мои знания об этом все это подтверждают. Но вопрос-то в чем? В какой степени можно говорить о том, что влияют только вот эти факторы, а в какой степени надо учитывать и более глобальные факторы, которые работают в разных странах мира? Я бы сказал, что Иван выделил культурные факторы, влияющие именно на ситуацию в Соединенных Штатах. То есть культура определяет изменения. То, о чем говорил я, не отрицает влияние культуры. Но я сосредоточился на том, что у людей, какая бы ни была культура, всегда есть конкретные интересы. Всегда в любой ситуации кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Людям свойственно отстаивать свои интересы, в том числе и на выборах. И вот то, что происходит одновременно в разных странах мира, в Соединенных Штатах, Англии, Германии, Франции, не говоря уже о более малых странах, ну, допустим, в нашей соседней Финляндии,
есть очень популярная партия «Истинные финны». Вот не было раньше такого рода явления. Теперь появилось, именно в последнее время. Вот появление такого рода политических сил под самыми разными названиями в разных странах мира, но с некой общей логикой действий у всех этих сил. Это важный фактор, который, с моей точки зрения, нельзя игнорировать, и который отражает те существенные перемены, которые есть во всем обществе, во всем западном обществе в целом, и постепенно пробиваются, кстати, и у нас, хотя у нас, поскольку страна не демократическая, а авторитарная, Путин подмораживает ситуацию в стране, то у нас все это не может проявляться в такой мере, как в тех странах, которые являются демократическими, где можно излагать то, что ты считаешь нужным, создавать партию, которую ты считаешь нужным, отстаивать свои позиции. У нас, я думаю, такого же рода явления могут ярко проявиться после окончания путинского режима, то есть через какое-то время, наверное, пока еще не очень близкое. Вот смотрите, Иван сказал, что антиэлитные сильные политические лидеры, становившиеся президентами, были в Соединенных Штатах и задолго до Трампа. Джексон, Линкольн, Кеннеди. Да, совершенно верно, я согласен. В каком-то смысле я бы сюда еще Франклина Рузвельта добавил. Потому что то, что он предложил Америке, ну вот я все-таки экономист по своей первой сфере интересов, с экономической точки зрения то, что Рузвельт предложил Америке, это был полный переворот. Это был приход огромного числа вот этих самых жутких бюрократов, которых раньше не было в вашингтонских коридорах. Это был приход вот этих вот людей, которые создавали экономику совершенно нового типа. В общем, с моей точки зрения, плохо работавшая. Рузвельт не спасал страну, а скорее продлевал экономический кризис, связанный с Великой депрессией. Вот. Да, такие лидеры все время были. Но они же появлялись не постоянно. Между Джексоном и Линкольном довольно большой промежуток времени. Между Линкольном и Рузвельтом еще больше. То есть вот эти культурные факторы начинают работать в тот момент, когда сходится целый ряд обстоятельств, десяток, наверное, различных факторов, которые помогают вот данному лидеру прийти к власти. Ну, скажем, в случае с Рузвельтом, понятно, это была Великая депрессия. Если бы не Великая депрессия, наверное, та экономическая программа нового курса, которую предложил Рузвельт, так просто не утвердилась бы, а может и вообще бы не утвердилась в тот момент. То есть должны сойтись многие факторы. То же самое касается и идеи, о которой я говорил. Вот Иван со мной поспорил, что в тот момент, когда Трамп побеждал, ситуация в экономике была не хуже, там безработных было не больше, чем в тот момент, когда побеждал Обама. Да, конечно. Потому что для того, чтобы победил такой человек, как Трамп, должно сойтись много обстоятельств. Ну, самое простое. Если бы не было такого оригинала, как Трамп, который просто вот сломал все и прорвался сквозь свою собственную республиканскую партию, которая, в общем, его не очень хотела видеть на этом посту, то мы бы и сейчас не говорили о том, что в Америке есть такое интересное явление, как трампизм. Но, наверное, это произошло бы там через 10 или 15 лет. А в Европе этого нельзя не замечать. Сколько лет уже существует национальный фронт, сначала папаши Ле Пена, теперь дочери Марин Ле Пен, с очень четким представлением о том, что мигранты – это плохо. Германия. Где, ну вот, не знаю, когда я был студентом, или даже еще там, не знаю, 15 лет назад, невозможно было себе представить, что в Германии возникает партия, которую начнут называть там неофашистской или как-то. Ну, то есть были, конечно, но они были маргинальны, они не могли выиграть никакие даже региональные выборы. Сейчас это появляется. Альтернатива для Германии выросла буквально из ничего за несколько лет. Никто не ожидал такого невероятного явления. Это не может быть случайностью, когда одновременно похожие идеи пробиваются в Штатах, во Франции, в Германии, там, в Финляндии, в Великобритании,
и даже в странах Центральной и Восточной Европы, где иммигрантов-то нет, а идеи пробиваются. Вот это, с моей точки зрения, говорит о том, что помимо всех факторов, о которых сказал Иван, и с которыми я согласен, надо искать более общие глобальные явления, влияющие на то, что происходит в мире. Я ведь, собственно, почему вот эту книгу написал, почему я вам о ней рассказываю, и уже вот как бы второй раз, первый раз в 2015 году рассказывал о первом издании. Я написал не потому, что мне хочется написать какие-то отдельные очерки о современном мире. В жизни о Трампе бы не стал писать, это не моя специальность. Но занимаясь модернизацией, ну, вы знаете, я работаю в Центре исследований модернизации в Европейском университете и даже являюсь его научным руководителем. Занимаясь модернизацией много лет, наш центр уже 11 лет существует, а занимаюсь я этим не меньше 20 лет. У меня даже вот голова стала немножко по-другому работать. Я все время смотрю, вот что меняется в мире. Мир не может быть неизменным. В нем постоянно происходят перемены, причем не по принципу, там Трамп вместо Обамы или там Путин вместо Ельцина. А принципиальные перемены, которые меняют общество, меняют его структуру. Исчезают одни группы интересов, появляются другие группы интересов. Эти группы по-разному действуют. Вот я уже привык так размышлять, и вдруг в какой-то момент я вижу, что вот происходит что-то такое, чего раньше не было. Это надо объяснить. Если это происходит в разных странах одновременно, это не может быть случайностью. В XIX веке в разных странах одновременно пробивались идеи социализма. В Германии возникла мощная социал-демократическая партия на базе марксизма. В Англии возникла лейбористская партия на базе профсоюзов. Совершенно другой механизм. Казалось бы, ничего общего. В Штатах вообще не появляется настоящего социализма и тем более коммунизма. Но тем не менее в 20 веке американцы, эти замечательные американцы, которые создали современный бизнес и, казалось бы, не должны быть склонны к левым идеям, в экономическом плане медленно, но верно начинают двигаться за европейцем. Воловой продукт все больше перераспределяется через бюджет, налоги становятся все выше. Коммунистов нет, социалистов нет, а тенденция та же самая. Вот если такого рода общие явления мы наблюдали на протяжении 19-20 веков, и эти явления нам говорили о том, что мир меняется примерно в одном направлении в тех странах, которые достигли примерно одного уровня развития, то вполне возможно, что сегодня схожие явления отражают тоже вот такие глобальные изменения. Вот об этом, собственно, я и попытался написать, я выдвинул гипотезу в том первом издании, которое вышло в 2015 году, и сейчас постарался эту гипотезу обосновать на тех событиях, которые происходили в последнее время в связи с появлением Трампа и других политических сил такого рода. Так что мне кажется, что подход с точки зрения культуры, который предложил Иван, и подход с точки зрения интересов, о котором говорю я, они друг друга дополняют. Интересы примерно одинаково действуют в разных странах. Если люди чувствуют себя проигравшими от прихода мигрантов или от того, что местный предприниматель закрыл завод и вывел его в Китай, то они будут действовать примерно одинаково и во Франции, и в Штатах, и в Германии, и в каких-то других местах. Но культура в разных местах разная. Вот Иван прекрасно описал особенности американской культуры. Ну, там был бы здесь германист, наверное, написал, прекрасно мог бы рассказать о том, как отличается германская культура. Культура влияет по-разному. Поэтому где-то эти перемены в одной форме происходят, где-то в другой. В Штатах должен был мощный прорыв Трампа произойти на личном уровне, потому что в Штатах ну, просто вот двухпартийная система, там нет возможности, ну или там почти нет возможности создать новую партию, чтобы она отражала интересы как Национальный фронт во Франции или Альтернатива для Германии. То есть в Штатах личный прорыв. А в Европе создали новую партию. Новая партия участвует в выборах. Парламентские системы. Можно получить в парламенте много голосов. И если все время наращивать свои силы, можно создавать правительство. Вот. То есть это различие существенно. Но механизм очень схожий.
Так, мои 10 минут истекли. Пожалуйста. Дмитрий, я, в общем, не буду оспаривать то, что существуют многие параллельные процессы, и что действительно экономика все более и более глобальная, и некоторые переходы, большие переходы, там, не знаю, урбанизация происходит примерно в развитых странах в одно и то же время, дальнейший там переход от индустриального к постиндустриальному обществу происходит, и все это, конечно, влияет и на политику, и на, в том числе на появление тех или иных персонажей, я с вами совершенно согласен. Вот только все-таки раз у нас баттл, и мы продолжаем спорить, то я бы обратил внимание вот на что. Именно на разницу между тем, как Америка влияет на Европу и влияет ли Европа на Соединенные Штаты. Здесь мне представляется, что Соединенные Штаты, опять в силу особенностей их развития, гораздо меньше оглядываются на то, что происходит в Европе, по сравнению с тем, как европейцы смотрят на Соединенные Штаты. То есть избрание Трампа было фактором европейской политики. И победа Брекзита, может быть, как мне представляется, была связана с новостями из Соединенных Штатов, когда Трампа только выдвинули. То есть появляется некое... А вот обратное, мне представляется, обратного влияния такого рода, ну, оно гораздо меньше, я бы сказал. Именно потому, что... Ну и понятно, потому что Соединенные Штаты экономически, политически, там, в военном смысле гораздо мощнее... Все эти там послевоенные годы были. И в силу традиции, потому что Соединенные Штаты как бы политически считают всегда себя лидером мира, вот они ни на кого не ориентируются, никаким международным законам не подчиняются, да, сами по себе. А европейцы всегда пытаются найти себе некое место вот в этом более широком мировом или там хотя бы вот в североатлантическом развитии, и в этом смысле Америка влияет, а не наоборот. Собственно, это впервые увидели в экономике, когда Великая депрессия началась в Америке, а потом ударила по европейским странам по всем в конце 20-х годов. Вот это повторяется. А вот я бы, опять шагнув на еще одну вашу поляну, вы как бы скажете, прав или нет, обратил бы вот на что внимание. Предыдущий раз... Когда действительно можно было сказать, совершенно четко увидеть параллельное развитие, параллельный сюжет между европейскими и какими-то американскими новостями, был 1968 год. То есть момент, когда студенческие бунты, восстания левых студентов в Европе, в разных странах, во Франции, в Германии, в Чехословакии даже в каком-то смысле, совпали с взрывом антивоенного, но тоже студенческого движения в Соединенных Штатах против Вьетнамской войны, и это было явно параллельно. То есть поколение 68-го года – это некий такой феномен, который для Европы и для Америки характерен. Так вот, поколение 68-го года пришло к власти по всему миру, ну, опять в Европе и в Америке в 90-е годы. Вот не видим ли мы сейчас момент исчерпания поколения 68-го года, эти люди уходят, и вот не является ли феномен роста правых и приход Трампа реакции на то, что успело сделать в политике поколение 68-го года. Конечно, по возрасту Трамп сам еще к этому поколению относится, но очевидно, что он те ценности не разделяет. Вот. А Клинтон, который его ровесник, вот он был явным человеком поколения 68-го года. И нет ли здесь поколенческого некого сдвига, который и делает, вот, воспроизводит впечатление того, что сейчас есть параллелизм. И тогда мы опять без экономики видим эту параллель. Наверное, вот я коротко, нет, я еще могу говорить, да, 10 да, минут я, да. Да, еще 5 минут. Вот, то есть вот это первое, что я хотел сказать. Второе, ну про культуру и про экономику. Конечно, историки, знаете, они стараются все учесть, есть экономические, есть культурные аспекты, политические. Вот есть такой объемный, попытка сделать объемный взгляд на прошлое или на настоящее даже, то есть не выбирая одной важнейшей переменной. И в этом смысле, конечно, можно объяснить то, что происходит с точки зрения экономики, а можно попытаться объяснить с точки зрения там, культуры или чисто на точку зрения политики взять. Но вот здесь есть такой большой фундаментальный спор между тем, на какую область науки ориентироваться политикам при принятии решений. И это, мне кажется, важно. Когда-то, 100 лет назад, условно, и больше,
среди советников, даже меньше, чем 100, 60 лет назад, среди советников у политиков преобладали люди с историческим образованием. Знаете, у Кеннеди, например, одним из главных советников был Шлезингер, Артур Шлезингер, историк совершенно, и книжку потом написал историческую. То есть представлялось, что вот историк – это человек, который видит эту объем, может связать экономику с культурой, и культуру с политикой, и увидеть, каким образом это все может повлиять на жизнь. А затем мы увидели где-то, наверное, с 70-х, особенно с 80-х годов, с ростом неолиберализма, да, когда историков вытеснили из политических советников, туда пришли экономисты. И мы видим, как во всех странах основные политические решения принимаются только с учетом вот тех самых экономических факторов. То есть появляется некое представление о том, что экономисты знают, как эффективнее, главная задача государства быть эффективным, главное. И мы видим, как за последние вот эти... 30-40 точно лет, экономисты взяли в свои руки экспертизу, политическую экспертизу, экономисты на экономические какие-то законы ссылаются, политики при принятии решений. И не кажется ли вам, что это нанесло ущерб неким современным политическим процессам, потому что вот этот экономоцентризм стал таким, как бы это сказать, важные, некоторые важные для общества процессы и явления просто перестали учитываться, и культурные, и вот антиглобализм в том числе, это реакция не только на глобализацию, то есть на расширение экономики, но и реакция каких-то идентичностей на господство экономического подхода. Вот посмотрите, вы нам говорите, что транснациональная корпорация более эффективная, она лучше здесь работает, чем ваш местный там какой-нибудь, не знаю, заводик или местный. А нам наш заводик важен не потому, что он более эффективный или лучше качество производит, а потому что это часть нашей культуры, этот заводик там наши предки основывали, или это местное кустарное мастерство. И мы видим реакцию на глобализацию вот в этом вспышке новых контркультурных. То есть здесь есть вот эта еще составляющая, как мне представляется, между центром, между экономикой как претендующей на как бы доминирование в определении курсов там, государства, обществ и сопротивлением экономики со стороны других сфер общества, культуры. Это вторая часть вот того, что я хотел сейчас сказать. Спасибо. Отличный пас. Я сам люблю ругать экономистов, хоть я и экономист. Я экономистов не люблю и ругаю их со всех сторон. Вообще мысль интересная. Вот сейчас Иван подкинул две мысли очень интересные по поводу экономистов и историков. Мне, конечно, надо будет еще поразмышлять. Вот я так вопрос никогда не ставил. И, ну, наверное, не случайно не ставил, потому что я не изучал так вот серьезно составы администрации разных президентов. Про Шлезингера я знал. Но сейчас я, правда, могу сказать, что, наверное, ключевую роль в том, что происходит, у Трампа играет Питер Наварро. Это экономист, который был резко антикитайски настроен еще до того, как он стал советником Трампа. И он и старается с помощью своего президента реализовать ту политику, о которой говорит. Так что, с одной стороны, Трамп как бы приходит к власти, опираясь на культуру, отвергая вот те примитивные экономические подходы, которые были до Трампа. Но с другой стороны, он сам оказывается во власти такого очень, очень агрессивного советника. Мне даже кажется, что, вот не знаю, Павел Усанов, экономист, он, может быть, потом подскажет, мне даже кажется, что у американских экономистов, большого числа экономистов, было что-то вроде заявления о том, что нельзя слушать Наварро, он там идиот или что-то в этом роде. Но я не готовился к этому специально, может, ошибаюсь. Вот. Но, во всяком случае, об этом надо подумать, и если будет больше историков среди советников, я буду только за, экономистов надо гнать. Относительно первого возражения по поколениям, а я думаю, здесь нет противоречия. Значит, смотрите, Иван, вообще что такое поколение? Поколение ведь это, как мне представляется, не просто вот мы там по 10 лет отмеряем и аккуратно делим людей на поколения. Там, вот, тот, кто старше на 10 лет, первое поколение, там, на 10 лет моложе, второе, третье. Вот как объяснял выдающийся социолог Карл Мангейм, который имеет, ну, у него была классическая работа по поколениям. Он
Говорит примерно так, я дословно, понятно, не процитирую, но смысл, думаю, не искажу. Поколение определяется каким-то ключевым событием, внешним для людей, которое на нас повлияло. Вот если мы взрослеем, мы еще молодые, мы взрослеем, и произошло какое-то очень серьезное событие, которое ударило нас по голове, вот это определяет то, что мы начинаем размышлять не так, как наши папы и мамы, или там дедушки и бабушки. То есть могут быть поколения, которые насчитывают там 20 лет, могут быть поколения, которые насчитывают 5 лет, в зависимости от того, как сложится событие. Я, кстати, писал об этом довольно много применительно к современной России, и вот для меня, скажем, мое поколение, это поколение практически всех людей, родившихся в 50-е и 60-е годы, то есть оно очень длинное, это 20 лет. Ну вот как я определяю, это, грубо говоря, люди, сформировавшиеся после 20-го съезда партии, когда им сказали, что Сталин нехороший, и вообще можно быть относительно свободным человеком. Не надо каждый раз думать, что тебя отправят в ГУЛАГ. Можно сказать то, что ты думаешь на самом деле. А заканчивалось формирование этого поколения после 68-го года, когда люди поняли после подавления Пражской весны, что оттепель закончилось, и дальше будет, вот, как сказал наш коллега Алексей Юрчак, замечательная есть книга о нашем поколении, «Брежневский режим». Это было навсегда, пока не кончилось. Вот такое название книги. Вот мы, Иван, я думаю, тоже это подтвердит, мы росли с представлением, что это навсегда, а потом внезапно кончилось. Вот, и да, мы по взглядам сильно отличались от шестидесятников, конечно. Так вот, возвращаясь к тому, что происходит сегодня в западном мире. Вот события, связанные с глобализацией, которые стали резко менять мир где-то с конца 70-х, с 80-х годов, они и обусловили во многом появление нового поколения. Вот условное поколение 68-го года – это поколение, которое еще доигрывало старую игру «Борьбы за свободу», которая начиналась задолго до них. Но доигрывало несколько по-другому, не по-марксистски скорее, а скорее в духе Маркузы. Хотя там, и с троцкизмом, и с маоизмом там всякое бывало. Вот они хотели больше свободы. Они получили, вот там, западный мир сегодня очень свободный во многих смыслах этого слова. Вот Иван вспомнил о том, как сегрегация уходила в Соединенных Штатах. Можно вспомнить массу других примеров. Мир стал более свободным. И бороться-то особо не за что. Но появились другие проблемы, которые ставят интересы людей в жесткое столкновение друг с другом. Вот мой тезис. Эти проблемы, так или иначе, в большей или меньшей степени, связаны именно с глобализацией. Вот это поколение глобализации. Ваши 5 минут. Спасибо. Тут мне, в общем, оспорить да, особенно нечего, поэтому я скажу вот что. А что приходит или придет на смену глобализации? Есть ли у нас какое-то представление о том, а что, к чему, в общем, мы таким образом приходим? Если Трамп или если Мари Ле Пен или Брекзит – это протест против глобализации, то к чему придет общество? Представлять, конечно, политически все они говорят, что вернуться к счастливому прошлому, к тому, что было когда-то и было очень хорошо. Но фактически мы же понимаем, что вернуться в два раза в одну реку вступить нельзя, и вернуться к той Европе, какой она была 50 лет назад, или к тем Соединенным Штатам, как они были 50 лет назад, невозможно. То есть, как мне представляется, лозунги, и под которые мобилизуются массы и в Америке, и в Европе, и то, чем являются на самом деле эти движения, это не одно и то же. То есть на самом деле мы, наверное, историки следующие, уже не наши, а там следующее поколение историков, оглянувшись назад, смогут описать переходом к чему было вот нынешнее изменение в политике, переходом к какому новому обществу, каким новым отношениям внутри страны, между странами это было. Но у меня нет ответа на самом деле. Вот тут я как историк могу сразу уйти в кусты и сказать, что, знаете, вот историки увидят, когда дистанция будет. Сейчас нет дистанции между нами и тем, что мы изучаем таким образом. И поэтому
как историк я этого изучить не могу, потому что не могу задать правильно вопрос. Вот, может быть, экономисты здесь в лучшем положении, которые изучают, и может быть, именно поэтому сейчас превалируют те самые экономические объяснения происходящего, потому что вот они здесь на поверхности, мы видим, фабрики в Китае открываются, в Европе закрываются, вот оно, здесь на виду пощупать можно. А пройдет 30 лет, 40, а может быть, окажется, что не это было самым главным. Но опять, я оставляю большой вопросительный знак в конце, и, наверное, можно будет перейти к дискуссии более широкой. Да. Спасибо. Да. Ну что, значит, дорогие друзья, сейчас вы будете задавать вопросы, готовьтесь поднимать руки. Комментарии потом? Ну, я думаю, что можно все вместе, да, в процессе. А вот, и только хочу напомнить, что не уходите, не купив книги, сделайте автору приятно. Регламент для выступления вопроса есть? Ну, я думаю, вопрос желательно максимально коротко, но выступление не больше 5 минут. Я думаю, так нормально. Так, да, и просьба, если вопросы к одному выступающему, то как-то чередовать нас. Ну, если к обоим, то соответственно. Так, пожалуйста. Так, значит, ну давайте, Виктор Иванович, у вас вопрос, наверное, у Павла, потом будет выступление. Вы знаете, я не знаю, вопрос это или нет, я вот слушаю вас, я как бы имею свое собственное представление, мне так складывается. Вот это чередование, ну, тех или иных лидеров в Америке, они у нас то же самое, это есть как бы источник нашего развития, понимаете? Ну, тут деваться некуда, понимаете? Так вот, ну, если уж такая, так сказать, закономерность просматривается, ну, как это объясняется, вот, историки и экономисты? Вот так вот. Как чередование влияет на развитие? Вот закономерность это, или это чисто случайно? Вот и все. Мне начать, вам как это? Ну ладно, давайте я начну. Знаете, это нормальный демократический процесс. Там развитие не развитие, но общество не может нормально развиваться без демократии. Мне кажется, важно не столько то, чтобы обязательно вот менялись там правые налевых. В истории человечества в разных странах бывали периоды, когда очень долго правые были у власти. Потом вдруг сменялись на левых, иногда бывали левые долго у власти. Но демократия нужна для того, чтобы общество знало о том, что в любой кризисной ситуации оно сможет попробовать испытать новый шанс. Вот у нас 20 лет одни и те же области. Проблема не в том, что нам... Как мне представляется, кому-то может по-другому. Проблема не в том, что нам вот не нравится, что один человек 20 лет у власти. Ну там, не знаю, хорошо бы управлял, там никого бы это особо не беспокоило. Проблема в том, что сегодня, ну, всей стране уже видно, что мы в стагнации, мы остановились, мы не развиваемся. Один человек тормозит все движение, ну, со своей командой, конечно. А механизмов это изменить нет. Вот демократия это механизм, когда вот этого человека можно подтолкнуть, на его место придет другой. Он может тоже напутать. Тогда подтолкнули, приходит третий. И демократия рано или поздно, иногда очень неэффективна. Мы жутко будем ругать демократию. Но рано или поздно она создает механизм для того, чтобы общество все-таки развивалось. При автократии такого типа, как у нас, изменения происходят, ну вот, 1982 год. Понимаете, о чем я, да? Помер генеральный секретарь, появился шанс на перемены. Если бы прожил еще 20 лет, значит... Слушайте, вот представьте себе, что Горбачев не начал бы перестройку. Михаил Сергеевич жив. До сих пор был. Да. И мы бы сегодня проходили через, я не там по счету, какой-нибудь там 33-й съезд КПСС, на котором генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев читает очередной отчетный доклад. А в магазинах уже вообще ничего нет. Вот что демократия дает. Так что это очень важный механизм, как я понимаю. Да, Иван, пожалуйста. Да мне добавить особенно нечего, да, я согласен здесь с тем, что сказал. Ну, в общем, да, ну еще можно, да, посмотреть.
Ну, просто эффективность обществ, в которых есть смена и в которых нет смены власти, разная. Вот, действительно, за долгие годы у власти накапливается... То есть ошибку трудно исправить, если ошибку совершил. Иногда ошибку исправляют только преемники, то есть каким-то, вот, какой-то политической команде, совершившей ту или другую ошибку, ее, в общем, признать, исправить невозможно. А если ее исправить на другой, там, через год, там, после выборов, это одно, а если она останется на 10-15 лет, то в целом для страны оказывается гораздо хуже. Так что, конечно... Мы видим, что в чередовании, я правильно соглашусь с Дмитрием, возможность чередования это не означает. Вон Меркель тоже очень долго в Германии у власти. Но возможности поменять власть, она благотворно действует на тех, кто у власти сидит. Ну и опять же, психология, наверное, такая. Если человек 20 лет уже управляет бессменно, то вот мы не знаем, что он думает и как он хочет эту власть дальше употребить. Может, он хочет в историю войти каким-то способом. А лучше бы политики не в историю входили, а управляли вот тем, что им поручено. Так. А что он задумал? Сейчас получит. Потом по второму разу я вам дам слово. Так, Павел Усанов, РАНХИКС и Центр исследования модернизации европейской экономики. Да, большое спасибо за очень интересный батл. Да, и как экономист я не могу, конечно, не прокомментировать тезис Ивана по поводу того, что были раньше историки, потом пришли экономисты и все испортили. Но одна из сфер моих интересов, это, собственно говоря, экономическая история США. Я вот сейчас пишу очередной препринт, посвященный периоду welfare state. Если мы посмотрим на факты интеллектуальной истории США, то экономисты в США всегда играли колоссальную роль. Ну, вот, например, в конце 19 века была создана очень влиятельная американская экономическая ассоциация, которую возглавлял Ричард Элай. Во времена того же самого welfare state огромное влияние на экономическую политику оказывал Гелбрейт. Во времена Рузвельта — Кейнс. Во времена Вудро Вильсона — это была историческая школа, это были институционалисты. То есть, короче говоря, представлять себе, что вот были раньше историки, а потом пришли экономисты, я думаю, это некорректно, потому что на протяжении последних 150 лет, я думаю, и те, и другие были все время и оказывали влияние. И экономисты менялись, и историки менялись. То есть, например, одно дело Гелбрейт, другое дело Фридман, одно дело, там, грубо говоря, Амаса Уолкер или Ричард Элай. Это все разные экономисты, историки тоже разные. Кстати говоря, напомню, что первым, если я опять же не ошибаюсь, может быть, Иван меня поправит, первым американским президентом, который имел PhD по истории, был Вудро Вильсон. А если почитать... Единственным. Ну да, например, первым. Мы не знаем, может быть, единственным. Пока да. И, в общем, если посмотреть его идеи, то как историк он, скажем так, очень глубоко лезет в то, что является прерогативой экономистов. И в этом смысле я бы не сказал, что нужно игнорировать законы экономики, когда занимаешься экономикой, когда занимаешься историей. В этом смысле я бы сказал, что большая опасность здесь исходит от иконофобии, что ли, от каких-то вещей, связанных с неприятием этих законов. Но у меня, на самом деле, такой это был комментарий, может быть, немножко большой. У меня вопрос каждому из уважаемых участников спора. Ну вот, сегодня говорилось о том, что в Америке исторически сейчас самый низкий уровень за последние 50 лет безработицы и самый высокий темп экономического роста за последние 15-20 лет. Есть ли в этом заслуга Трампа? Ну, давайте вы начнем. Да, пожалуйста. Спасибо. На ваш комментарий, конечно, я все-таки отреагирую, но... Ну, конечно, я бы не абсолютизировал противостояние, и, конечно, были экономисты, к экономистам обращались, но вы совершенно верно сказали, что Вудро Вильсон имел PhD по истории все-таки. То есть историки, среди историков был даже президент когда-то, в тот период. Вот. А кто сейчас историки там вокруг президента? Последний, кого я знаю, был, наверное, Пайпс у Рузвельта, который чего-то про Россию советовал, но уже не в целом по политике. То есть некое... Это на самом деле не только с политикой связано, это связано в целом с дисциплинарными границами. Если вы посмотрите, сколько там университеты выпускали историков 50 лет назад и сколько сейчас, и экономистов сравнить, то увидите, что
количество историков в разы превышало количество экономистов там еще в 60-е годы, и наоборот сейчас все вот в сегодняшнем, потому что то есть, есть некое общество в целом повернулось, им кажется, что экономика некое более универсальное знание предоставляет, сакральное, нужное, не знаю как, в каком смысле, но вот то знание, за которым надо идти в университет, а история это что-то такое для развлечений, для хобби, что я считаю неправильным, но это вот то, что происходит. А по поводу... Да, я считаю, что один из, не единственный, конечно, но один из важных факторов, который двинул американскую экономику вперед, это Трамп. Это его политика, это действительно та политика, которая оживила американский бизнес. Это, мне кажется, трудно оспаривать. Вот. Хотя какие-то тенденции наметились раньше, мы можем сказать, что вот, линию там продолжить. При Обаме уже снижалась безработица, там, то есть не все там Трамп прямо сделал. Но какие-то вещи, некоторые причем очень символические шаги, они, может быть, повлияли больше даже на такой экономический оптимизм американского бизнеса, больше, чем напрямую на результаты. Но этот экономический оптимизм, он же сразу отражается на бирже, он сразу приводит к росту акций, это все, в общем, вызвало падение. Да, я считаю, что Трамп действительно положительно повлиял на рост американской экономики. Впрямую мне трудно ответить на этот вопрос, я не специалист по американской экономике, и здесь надо, конечно, всерьез изучать. Не буду оспаривать то, что сказал Иван, возможно, это действительно так, но скажу о том, что я знаю. В принципе, я вообще не стал бы, когда еще не полные 4 года прошло, серьезно выносить вердикт. Вот, там, помог тот или иной президент или помешал. Кстати, вот в твоей же, Павел, работе о новом курсе, в одном из докладов, который ты у нас делал, это опубликовано все в виде пейпринта, можно посмотреть на сайте Европейского университета. Ты же как раз показывал, что там Великая депрессия, вот пришел Рузвельт, вроде стало получше, а потом опять стало похуже, а потом настоящий подъем начался только в связи со Второй мировой войной. И есть целый ряд экономистов, которые считают, что никакого чуда Рузвельт не совершал, и ситуация исправила вхождение Америки во Вторую мировую войну, ну есть такой механизм, войны подстегивают экономический рост, что нехорошо, но формально это вот так бывает. Так что о Трампе надо будет судить еще несколько погодя. И вот что меня, конечно, очень смущает, это то, что движение в сторону протекционизма, в сторону торговой войны с Китаем, которую начал Трамп, вот такого рода движения в истории экономики до добра не доводили обычно. Скажем, Великая депрессия в значительной степени произошла потому, что страны в период между Первой и Второй мировой войнами ограничивали международную торговлю, замыкались. Более того, движение к протекционизму началось даже задолго до Первой мировой войны, примерно с конца 70-х годов 19 века. Протекционистские тенденции сначала в Германии, потом в других европейских странах сменили период фейтрейдерства, который довольно долго господствовал. И вот рано или поздно это сказалось. Примитивное экономическое мышление состоит в том, что если мы отсечем западных, иностранных конкурентов, то мы создадим условия для нашего бизнеса. А реальная жизнь показывает, что минусов от протекционизма оказывается гораздо больше. Поэтому вот я боюсь, что если мы начнем оценивать экономическую политику Трампа лет через 20, мы можем ее оценить совсем по-другому. Неприятности в мире еще могут настать. Так, пожалуйста, следующие вопросы. Я вижу Петр Филиппов, а потом вот вы. Я хотел бы узнать мнение участников дискуссии о таком факторе, как ощущение безопасности участникам всей нашей истории. Но вот в пирамиде Маслоу безопасность относится к одной из основных потребностей населения. Если мы посмотрим на нашу хотя бы новейшую историю, то ощущение потери безопасности сильно влияло на наше историческое развитие. Но, скажем, директора предприятий, которые назначались обычно обкомами КПСС, так, они в начале 91 года осознали, что есть угроза для их
положение, потому что КПСС разваливалась, роль менялась, и они вдруг в лице своей этой промышленной фракции на съезде народных депутатов поддержали приватизацию, чего мы от них никогда не ждали. Но, тем не менее, вот это произошло. Повторяю, ощущение безопасности. Так? У меня есть такое ощущение, что многое из того, что происходит сегодня в Европе, из того, что произошло в Соединенных Штатах Америки, избрание Трампа и так далее, это тоже связано с ощущением массами безопасности. Вообще, оно иногда проявляется очень интересно. Ну, скажем, наши олигархи в 98 году собрались вместе без членов правительства и договорились о том, что они будут платить налоги. Почему? Да потому что вот этот экономический кризис 98 года ставил под вопрос вообще их существование, российских олигархов. Они теряли свой бизнес здесь, а вывести его во Францию или в Германию они не могли. Повторяю, ощущение безопасности — это одно из ключевых чувств людей. Ваша точка зрения, как это влияет на историю США, историю в Европе, на предстоящую? Да, я согласен, конечно. То есть, ну, здесь, конечно, не такая глобальная угроза безопасности, как в случае, когда начинались рыночные реформы в России, и директора боялись, что с ними произойдет дальше. Но, тем не менее, опасения есть. Во-первых, это опасения за рабочие места. Вот все, что связано с глобализацией. С одной стороны, если мы не остановим вывод заводов в Китай или во Вьетнам, завтра мы можем оказаться без работы. Это проблема безопасности. Если не построить стену, не ограничить миграцию, завтра придет мигрант и отнимет наше рабочее место. Это проблема безопасности. Это часто это миф бывает. На самом деле, может быть, и не угрожает ничего человеку. Но это миф очень распространенный, и можно сказать, что это связано с безопасностью. Но кроме того, когда пересекаются разные культуры, это всегда воспринимается как угроза безопасности. Это даже уже связано не с глобализацией. Это исторически часто так бывало. Если человек сталкивается с чем-то незнакомым, с какой-то новой культурой, которая вторгается в его общество, он начинает бояться. И когда в стране появляется много мигрантов с другой культуры, некоторые люди хорошо адаптируются к этому и понимают, что другая культура только обогащает наше общество, взаимодействие культур способствует развитию. Но это один человек понимает, а другой думает, что эта культура несет мне опасность. Не только рабочее место отнимут, а что-то произойдет там с моим домом, с моим ребенком, с моими скрепами, которые скрепляли наше общество. Вот такие проблемы есть, я с тобой согласен. Я, с одной стороны, я согласился бы и поддержал, и сказал даже, что и Трамп в этом смысле привели люди, которым было, которые ощущали небезопасность, да, в этом новом американском обществе, которое не так уже выглядело, как в их детстве. И вот, то есть это можно так описать. Единственное, что я всегда с некоторой осторожностью отношусь к тому, когда вот безопасность расширяется очень широко. Вот у вас тут безопасность, даже угроза положению директоров предприятия, как угроза безопасности описана. Наверное, можно так описать. Наверное, весь мир можно описать через сплошные угрозы. То есть это, и таким языком описать, где вот все, что происходит, это вот угроза и реакция на нее. Но мне такой язык кажется не близок, я не могу описывать мир через угрозы, такая секьюритизация. В том числе и потому, что если мы описываем все через угрозы, то мы таким образом легитимизируем всякого рода аппарат по предотвращению угроз, всякое раздувание безопасности от охранных фирм до вот, государственной безопасности. То есть вот, хорошо, в европейские еще все могут входить, а в любой государственный вуз уже давно никто никогда войти не может. Вот там сидят внизу охранники. Вот это все вот результаты того, что мир переописан через сплошные угрозы, отовсюду угрозы. То есть это не возражение тому, что вы сказали, просто раз вы про безопасность заговорили, то мне хочется сказать, что мир можно описать без такого частого употребления угроз безопасности со всех сторон. То есть есть какие-то другие слова для того, чтобы описать даже вот, не знаю, утрату контроля предприятия. Директора тогда жутко боялись, ты совершенно прав. Знаете, я четко помню, когда я прочитал самую провальную лекцию в своей жизни. Это было в декабре 91 года.
Мои друзья, ну, потом вошедшие в правительство Гайдара и так далее, попросили меня выступить перед огромным залом, там, 1000 человек или больше, ленинградских директоров и в общих чертах рассказать им о том, что их ожидает в ближайшие дни буквально по реформе. Это был кошмар. То есть они не хотели понимать ничего. Они хотели только одного, чтобы я им объяснил, как им выживать в этой ситуации. Никакие тезисы о рынке, о том, что это эффективно, что это способствует развитию, дефициты там будут исчезать, не работало. То есть меня там, ну, не гнали гнилыми помидорами, конечно, но это был страшный провал, объяснить было ничего нельзя. Так, пожалуйста, вот вы хотели. Да. Я по поводу глобализации. Вот еще есть такой фактор, как демография. За время моей, ну, раньше человечество, я как это так подержать, человечество в 4 раза увеличивалось чуть ли не за тысячелетие, будет такой период. За мою жизнь численность человечества тоже в 4 раза увеличилась. Чтобы было наглядно, вот как мы в этом зале сидим, если по экватору посадить нас, это будет 183 дома. Это фактор, уже сам по себе, ну, стоит подумать об этом. Теперь, чтобы этим 180 человеком на 1 метр сидящих обеспечить, ну, у них притязание об уровне и качестве жизни, допустим, как у среднего швейцарца, пускай будет, достаточно, наверное, половины, даже меньше. Они им обеспечат. Тогда другие люди нужны только как покупатели. Они как созидатели чего-то, материальных ценностей, культурных. Получается как-то даже, ну, лишние люди, с одной стороны. С другой стороны, если мы возьмем каждое государство и этносы, то многие, как и наши сейчас, во имя других целей, там, экспансии или сохранения себя, стараются что сделать? Увеличить свое население. Ну, за исключением там Китая, Индии, Нигерии, наверное, вот так вот. А курды, например, наверное, хотели бы свою численность увеличить. Это важно сейчас. Вот такие есть факты. Тут и экономический вопрос к вам, и исторический. Как вот, ну, если назовем так, история будущего, вот развития, тоже очень интересно, как вот этот факт, сформулируйте вопрос, да, как этот фактор повлияет на экономику, вот такой, ну, демократический вот факт, который я описал. И с исторической точки зрения, на политическое устройство мира целого, глобального. Спасибо. Да. Ну, экономические, демографические проблемы в России очень сильно влияют, и я вот пострадавший, например. В прошлом году Путин нам поднял пенсионный возраст, и я как раз вот сюда и попал. То есть я уйду на пенсию не на 5 лет, я в переходный период попал, а на 3,5, кажется, года позже, чем должен был. Вот. Но это, я так понял, не совсем то, о чем вы спросили. Вас скорее интересует противоположная проблема. Вы сказали, что в мире может очень небольшое число людей произвести все для нас необходимое, а остальным, так сказать, будет, да, нечего делать. Очень много, да. Знаете, я, в общем, не очень этого опасаюсь. Дело в том, что постоянно меняется структура экономики. С одной стороны, вот вроде кажется, людям нечего делать, но появляются принципиально новые отрасли экономики. И оказывается, что именно в этих отраслях больше всего нужны квалифицированные ученые, инженеры, рабочие и так далее. Вот как-то я читал книгу знаменитого американского футуролога Элвина Тофлера. Сейчас не помню, в какой конкретно из его, по-моему, 5 книг это было написано, но там был такой тезис. И мне он даже в тот момент понравился. Он сказал, что вот у нас там новшества состоят в том, что каждый год обновляют там мобильные телефоны и придумывают всякие ненужные функции. И, в общем, если вам по этому телефону еще удастся позвонить, то это будет большое счастье. И я тогда тоже по наивности думал, что, ну вот, наворачивают эти мобильные телефоны, а зачем? Вот не нужно все это делать. А сейчас я понимаю, что у меня в смартфоне целый компьютер. Там столько функций, что вся моя жизнь в этом смартфоне. Там и связь с друзьями, и
мой банк, мои вклады и все виды коммуникации и так далее. Вот это 10 лет назад я еще не мог себе представить в принципе. И миллионы людей во всем мире работают вот над этим. А недавно казалось, что невозможно было представить себе такую сферу деятельности. Поэтому все время появляются новые сферы, которые вовлекают рабочую силу, причем наиболее квалифицированную. Более того, появляются и сферы другого типа, которые, мне кажется, у нас пока еще недоразвиты. В это, в общем, надо все больше и больше вкладывать деньги. Это, может быть, это близко к тому, что Иван говорил о важности историков в сравнении с экономистами. У нас явная нехватка гуманитарных знаний и механизмов для решения гуманитарных проблем. Все больше людей сталкиваются с тяжелейшими экзистенциальными кризисами. В ситуации, когда мы образованы, у нас много свободного времени, мы хотим понять смысл нашей жизни, а старые религии уже не совсем срабатывают. Вот это как-то надо решать. Нужна психологическая помощь, нужна масса вещей, в которые общество пока еще мало вкладывает деньги. Так что, я думаю, не возникнет ситуации, когда человек, желающий работать и умеющий работать, будет не нужен, он будет очень востребован. Но при этом, конечно, есть люди, которые не желают и не умеют работать, ну так они и будут безработными. Я разовью то, что сказал Дмитрий, я согласен, собственно, это и хотел сказать. Посмотрите, проблема с тем, что все меньшее количество, меньшая доля населения занимается производством материальных благ, это как раз проблема, может быть, она имеет отношение к тому, что заявлено вот в книге Дмитрия и, собственно, в той главе про Трампа. Это касается, прежде всего, как раз той глобализованной экономики. То есть именно глобализованная экономика, экономика, производящая материальные блага. То есть это вот производство, не знаю, автомобилей, смартфонов, производство каких-то продуктов питания, это вот то, на производство чего все меньше человеческих сил тратится, и все большая доля населения вне этого находится. Но она действительно не остается без работы, потому что появляется все время огромное количество производства каких-то либо нематериальных благ, либо услуг, либо каких-то особенных, чего-то особенного, чего-то такого, что не производят транснациональные корпорации. Вот эти все, я не знаю, изделия ручного труда, какие-то шотландские килты, которые не в Китае сделаны, а именно там вот где-то, или какие-то корзинки сплетенные, продающиеся туристам, и до там экологически выращенных на своей грядке овощей, которые кто-то хочет есть, вот, чтобы не покупать в сетевом магазине. Это все результаты, в том числе того, что высвободились рабочие руки от того, что вот раньше производило на то, чтобы для выживания. И эти рабочие руки нашли себе спрос, нашли себе нишу, нашли спрос на то, что они делают. То есть, на самом деле, вот как раз с этим экономическим, демографическим ростом и экономическим уменьшением доли населения, занятого производством материальных благ, мы видим и откат от глобализации, и попытку возродить какие-то локальные идентичности с помощью вот этих местных. А только у нас здесь вот происходит, не знаю, мы таким производим какие-то продукты ручного труда особенные. Только мы устраиваем вот такой праздник. То есть это, на самом деле, вот эта часть, конечно, тех мест, куда высвобождающиеся руки уходят, но это важная часть. И вторая сторона этого, может быть, не про это вы спрашивали, но напомнило мне, это, собственно, вот демографическое давление. Посмотрите, в каких странах продолжает быстро расти население. С одной стороны, это страны до вот этого урбанистического перехода демографического, то есть до урбанизации, да, население перестает расти во втором поколении урбанизированных людей. То есть, как только большая часть населения живет в городах, семьи перестают быть вот этими многодетными по 10 человек детей и переходят вот это лицо. Это во всех странах произошло в разное время, ну вот там, где уже произошло, в каких-то странах еще не произошло, в Южной Азии, в Африке. Это еще не произошло, но произойдет, я думаю, что в течение там, ближайших 100 лет, может быть, меньше, может, ближайшего поколения. Но пока вот так, растет там, где еще этого нет. И есть еще одна страна, где население также быстро растет, это те самые Соединенные Штаты Америки. Оно растет за счет эмиграции. Европа так быстро не растет, потому что она эмиграцию сдерживает, потому что она в большей степени ее сдерживает, чем Соединенные Штаты.
Но тем не менее, вот Соединенные Штаты – это страна, которая, конечно, все эти переходы демографические уже сама прошла, но растет за счет иммигрантов. И здесь мне кажется важным посмотреть, а что с демографией будет, вот с миграционной демографией. Будет ли вот этот массовый переезд людей из стран вот, до сих пор аграрных в страны развитые? То есть, насколько его можно будет сдержать или захотят ли его сдерживать следующие поколения? Или как бы за счет миграции будут решаться внутренние проблемы освоения. Это и для России важно, и в связи с климатическими этими спорами важно. Тут вот буквально сегодняшняя новость прочитал о том, как какой-то ООНовский орган признал право людей на переселение в связи с климатическим, в связи с изменением климата. Там конкретные случаи, острова Кирибати в Тихом океане, которых из-за потепления испортилась экология, там пресной воды стало меньше, и людям жить все сложнее. И вот какие-то конкретные люди там пытались эмигрировать в Новую Зеландию, их туда не пустили. И вот они дошли до ООН, и ООН признал их право на эмиграцию из Кирибати в Новую Зеландию по климатическим причинам. Вот если действительно климатические изменения будут такими катастрофичными, как нас пугают, то уже через поколение вот это вот право людей на переселение оттуда, где раньше был цветущий сад, а сегодня пустыня, например, куда-нибудь в Петербург, правда, Петербург на это водой затопит, но все равно куда-нибудь, это будет вопросом. Ну или переселение петербуржцев, не дай бог, знаете, вот говорят, на 4 метра поднимется вода. Куда всем переезжать? Это будет проблема. Спасибо. С демографией. Очень маленький вопрос. А намерение Меркель, если можно, к этому добавьте, пожалуйста. Какие у нее были мотивы, чтобы организовать вот эту всю миграцию? Ну, не знаю. Я не знаю про намерение Меркель. Там очень много всего. В Германии дело в том, что в Германии очень большие есть исторические вот это давление своей истории насчет того, насчет того, что запрещать людям беженцам от каких-то, ну, тогда не от климата бежали все-таки, в конкретном случае, из Сирии, беженцам, которые пытаются свою жизнь защитить, что их надо пускать. Вот после того, как из Германии в свое время бежали, то есть от нацизма люди, в Германии есть некий исторический комплекс, почему вот нельзя просто так взять и запретить людям, бегущим от преследования, въехать в страну. Это именно поэтому Германия, вот, ну, опять, может быть, не только поэтому, но это один из доводов, который звучал тогда. Пожалуйста. Так, вот вы, потом вы. Вопрос такой накладчиком, кому будет интересно ответить. А не представляется ли ему, если дистанцироваться немножко, что ничего в Америке чрезвычайно не происходит? Обычно маятник. На смену левого демократического президента пришел правый. Республиканский президент, успешная экономическая политика, опять бизнес растет, будет что-то предпределять следующему демократическому президенту. И вся вот эта вот внешняя его популизм и внешняя его борьба с миграцией, в общем-то, все это более-менее ушло в гудок. Ушло для того, чтобы получить голоса избирателей, может быть, снова сейчас активизируется для получения того же голосов избирателей. А в целом вполне нормальная, разумная экономическая политика, республиканская, классическая, разумная республиканская, внешняя политика тоже в том числе. И, в принципе, вот все эти популистские партии, то есть вот я, наверное, возражаю Дмитрию Яковлевичу Трагеру, нет такого грандиозного перелома, все эти популистские партии, они появились, но нигде они там больше, ну, 20% точно нигде не получили, нигде не пришли к власти, кроме там отдельных земель, там, в Германии даже вроде не пришли к власти, нигде нету какой земли. То есть, в принципе, это все, в принципе, повестка правые-левые, перераспределение, накопление, она сохраняется. Вот мне кажется, если немножко абстрагироваться, то, в общем-то, понятно, пока кардинально ничего не изменилось. А пока кардинально не могло измениться. Вот давайте посмотрим это сравнение, которое я в самом начале привел. Как возникало противостояние левых и правых социалистов и консерваторов? Между моментом появления социал-демократической партии в Германии и моментом, когда социал-демократ Эберт стал президентом Германии, прошло, ну, около полувека. Сейчас там точно по датам не скажу. Это очень... Ну, нет, наверное, не 70 все, но там от какого момента отсчитывать, если от манифеста коммунистической партии, то действительно 70 лет. Вот, это очень медленный процесс, и он происходит по мере смены поколений. Это быстро не может произойти. А, и также было в других странах. Там появилась лейбористская партия, но первый премьер-министр лейборист пришел гораздо позже к власти. Это постепенно с выборами нарастает популярность. Поэтому я думаю, что кроме, вот я даже не ожидал, что Трамп так быстро придет к власти вот с этими идеями. Я как раз думал, что это очень долго будет нарастать.
Так что вполне возможно, что пройдет там 10, 15, 20 лет, и вот вопрос, который вы поставили, он будет весьма сомнительным, потому что в мире будут представители вот этих вот новых явлений у власти. Можно и сказать, что ничего серьезно не изменилось, не повлияло ни на что. Я еще раз хочу сказать, я очень опасаюсь той торговой войны, которую начинает Трамп. Это не шутки. Это может быть, там, допустим, Трамп проиграет выборы, придет другой президент и начнет дело сворачиваться, а может нет. Такого рода вещи могут приводить к очень серьезной дестабилизации мирового хозяйства. Мировое хозяйство, основанное на конкуренции, кооперации различных стран и фирм, выстраивалось много десятилетий после Второй мировой войны. И это можно очень быстро сломать. Поэтому я не такой оптимист. Хотя я и не сильный пессимист. Я не считаю, что такого рода вещи разрушат мир. Когда-то казалось, что наступление левых может разрушить мир, всюду будет большевистская революция, всюду Ленина и Троцкие придут. Нет, оказалось, что это только вот в некоторых странах произошло, а вообще социал-демократизм стал достаточно здравым, прагматичным. Он, конечно, притормозил мировое развитие, лучше, может, этого не было, но катастрофы не произошло, получился компромисс. Спасибо. Я бы вот добавил, что, конечно, можно говорить, что чередование президентов в США такое качание маятника, но не всегда так. Ну вот можно ли назвать Линкольна, приход Линкольна, это каким-то движением маятника? Ну там после этого гражданская война началась, то есть не всегда так бывает. И есть интересное исследование американской политики, она сейчас поляризована очень трудно найти такой период в истории, когда бы она была так поляризована. Это касается не только лично президента. Знаете, вот были исследования о голосовании в Конгрессе Соединенных Штатов в 80-е еще годы, даже в 90-е еще годы и более ранние периоды. А среди решений, которые принимались в Конгрессе, ну, были чисто партийные, когда демократы заодно, республиканцы против и наоборот. Но значительная доля, там, до 70% законопроектов было солидарное голосование или голосование, которое пересекало вот эти партийные. То есть, если нарисовать график, то видно, вот лево, право и большая середина, в которой есть демократы и республиканцы. А вот с нулевых годов начинает нарастать, и сейчас, наверное, достигла пика, поляризация, когда мы видим, что демократы и республиканцы почти не голосуют одинаково. То есть, вот слева и справа, вот этот график внутри, посредине пустой. То есть, радикализация голосования по всем вопросам в Конгрессе такая, какой ее не было очень давно. И это вообще американцев тревожит. Не знаю, весь мир должно тревожить, потому что Америка такая страна, что если там что-то полыхнет, то всем мало не покажется. Но так или иначе, это вот одно из отличий, что это не просто вот качание маятника, а какой-то вот амплитуда его стала слишком большой. Спасибо. Так, значит, я напомню, мы минут 15 не больше работаем. В зале уже душно стало, так что понимали. Значит, у Григория вопрос, у Александра я вижу вопрос. Еще есть вопросы? Так, ну хорошо, давайте Григорий, потом Александр. Ну я постараюсь покороче. Дело в том, что если рассматривать глобализацию как этап модернизации, и вспомнив ваши очень интересные работы по поводу начала модернизации, ну можно отчитывать так, условно говоря, 17 века, и издержки, если коротко сказать, то очень хорошо было показано, что коммунизм, национализм, фашизм – это как бы продукт модернизации и, скажем так, мировые войны. Вот, то есть модернизация порождает противоречия. Вот. А почему я помню про 17 век? Дело в том, что глобализация, собственно говоря, насчитывает по историческому времени фактически ничто, конец 70-х годов. Вот. Почему бы не предположить, что глобализация может произвести рано или поздно противоречия, которых я не очень как бы разбираю, но по масштабам и последствиям для мира не меньше, чем модернизационные противоречия. Угу. Вот, скажем, вот, я бы хотел вот ваш комментарий. Да, спасибо. Вообще это серьезная проблема, я этого боюсь.
Практически это вот продолжение ответа на предыдущий вопрос. Ну вот представьте себе, мир переходит к серьезным торговым войнам. Ограничивается объем мировой торговли. Сначала между Штатами и Китаем, потом, возможно, другие страны в силу каких-то причин в это втянутся. Это приводит к торможению экономического роста. Возможно, к новой Великой депрессии. На днях вот глава МВФ уже прогнозировала мировую депрессию, Великую депрессию новую. Но это пока, по-моему, такие общие слова. А вот если произойдут такие глобальные изменения, как серьезная торговая война, мало не покажется. Если такого рода серьезная торговая война приведет к большому экономическому кризису, то, знаете, здоровые экономики выйдут, почихав слегка, а не очень здоровые экономики выйдут с воспалением легких и неизвестно, может быть, до летального исхода. Вот я, например, не знаю, как выйдет Китай, если в Китае возникнет серьезный экономический кризис, связанные с затруднениями сбыта китайских товаров на западные рынки. В Китае произошла огромная миграция из деревни в город. Там горожане в первом, во втором поколении. Люди такого типа, вот как у нас в Петрограде были перед Первой мировой войной. Если там произойдет массовое закрытие предприятий, увольнение людей, при том, что там отсутствуют нормальные социальные программы, либо только-только вводятся. Вот что будет в миллиардном Китае? Это может быть такой катаклизм, что миру мало не покажется. Но это, конечно, пока фантастика такая. Это не научный прогноз, это просто вот некоторые тенденции, которые меня беспокоят. Так что да, вы правы. Безболезненно ничего не проходит, и глобализация такая вещь, которая много нам дает. Но и серьезно с нас будет спрашивать, если мы наделаем ошибок. Иван, пожалуйста. Ну, я, честно говоря, не думаю, что... То есть мне так как раз кажется, что эпоха глобализации закончилась. Ну, в том смысле, что она достигла тех... Не знаю, задачи никто не ставил, это процесс такой объективный. Но, в общем, достигла максимума расширения. То есть будут еще какие-то... небольшие технические подвижки, но они мне не кажутся основательными. Мы видим как раз, что вполне возможно, что глобализация приобретет другое лицо. То есть мы сейчас глобализацию очень долго воспринимали, как я с этого начал, как американизацию, а дальше, может быть, глобализация приобретет китайское лицо. Да. В Африке, например, она так уже выглядит, потому что туда приходят в основном китайские деньги, китайские бизнесы. То есть это уже... Но это, в общем, тот же самый процесс. Да. И тот же самый процесс. И мне не кажется, что уже какие-то фазовые переходы можно ожидать. То есть вот оно так и будет примерно. Поэтому я не думаю, что есть основания опасаться глобализации, а вот опасаться того, что ей придет на смену, то есть опасаться, вообще сказать, нашего непонимания сейчас того, что идет на смену. То есть если действительно видеть в Трампе, там, Брекзите, в подъеме правых, в торговых войнах, какой-то новый этап, не попытку затормозить модернизацию, а уже попытку создать что-то новое, то вот что это будет новое, по-моему, сейчас никто еще не понимает, но вот то, что мы вступаем в какое-то новое, в новое существование, это тревожит. Но вообще всегда все поколения тревожились по поводу того, что завтрашний день им кажется непонятным, но пока человечество выжило. Спасибо. Так, Александр, да, вы, потом вы. Если подать небольшой комментарий, скажем, по поводу того, что Армения-то обособлена сама, в своем собственном цеху варится, есть группа экономистов, ну, в частности, там, Канеман, Кругман, Фелпс, которые отстаивают, на самом деле, ну, как бы свои симпатии к скандинавскому типу экономики, да, и успешно пропагандируют это сейчас, в том числе, среди демократов, собирающихся идти на выборы, да. Эту точку зрения, кстати, поддерживают не только экономисты, ну, там, нейробиологи, в частности, Роберт Сапольский, очень известный человек, который тоже, собственно, эту точку зрения отражает. И в обществе в американском есть запрос на поиск более справедливой модели существования американцев. Второй момент. Существует понятие импорта инфляции, вот также существует понятие импорта
скажем так, структурных сдвигов в экономике. Трамп пришел к власти в тот момент, когда структура экономики США была очень разбалансирована. Строительный сектор, финансовый сектор, сельское хозяйство, машиностроение полностью шли в разнос. И Трампу удалось за эти годы совершить очень сильный, не просто экономический рывок, а именно он упорядочивал результаты глобализации. То есть он выступил частичником процесса глобализации. Совсем недавнешняя новость, которая порадовала очень большой аграрный сектор США, это подписание сделки с Китаем. Да? Китай обязался на 80 миллиардов долларов в ближайшие два года закупить сельхозпродукцию у американцев. Центральная Америка, сельскохозяйственные регионы очень страдают от того, что некуда сбыть продукцию и страдают от конкуренции дешевой продукции с Южной Америки. Поэтому этот частный пример, такие же примеры и в строительном, в машиностроительном комплексе. Китай тоже испытывает такие же проблемы, как США, например, переходя на новый уровень технологический, да, сначала они шили одежду, сейчас хотят делать, ну, там, достаточно развитую электронику, столкнулись с проблемой, что на этом рынке уже присутствует конкуренция, японцы, американцы. Китай, самый большой продукт, который импортирует, это микросхемы. Решил избавиться от микросхем, которые производят в большом количестве японцы и американцы. Трамп тоже решил эту проблему. Он договорился, что китайцы не прекратят потреблять микросхемы, по крайней мере, в ближайшее время. Вот. То есть идет некое, с моей точки зрения, упорядочение отношений между странами, и Трамп это успешно решает. Назвать это протекционизмом я не могу, потому что это не огульные меры запретить и не пущать и так далее. Нет, здесь достаточно взвешенная позиция. По каждому пункту ищутся минусы, плюсы. В общем, это такая история неоднозначная, как раньше просто запрещали все. Такого, ну, я лично не вижу. Значит, вопрос, какие преимущества у России вы видите, с учетом вот современной глобализации, да, которые может Россия ими может воспользоваться в тот момент, когда у нас произойдет смена режима. То есть какие преимущества у России есть при смене режима, который позволит нам успешно конкурировать в мировой экономике. Спасибо. Знаете, вот в свое время, когда начинался японский экономический подъем после Второй мировой войны, японцы думали, что их экономическое преимущество – это черная металлургия. Вот это та ниша, в которую они смогут внедриться. Ну, кое-что они сделали, но вообще Япония прославилась электроникой, электротехникой, автомобилестроением, совсем другими отраслями. Почему? Потому что ни один министр, ни один экономист, вот здесь я экономистов снова поругаю, не может в условиях серьезной, сложной рыночной экономики спланировать, что является нашим преимуществом. Только рынок определяет, что является реальным преимуществом. Вот создатель компании Sony, Акио Морита, он начинал с того, что они пытались сделать рисоварку. Не получилось, не смогли. В итоге стала крупнейшая мировая компания в области электротехники, магнитофоны, там, проигрыватели и так далее, до телефонов и так далее. Это только рынок определяет. Вот. И из этого же вытекает мой скепсис в отношении вашего, Александр, рассказа. Мне интересно было послушать, но знаете, вот весь мой опыт экономиста, начиная с советских времен, показывает, что когда какой-то президент считает, что у него все просчитано, и он знает, вот здесь подтянем, а здесь отпустим. В какой-то момент все это разваливается, это не срабатывает. Рыночные связи намного сложнее. Вот великий Фридрих фон Хайек это показал в своих книгах. Так что здесь я вот больше пессимист относительно возможности трамповской экономики. А сначала отреагирую на то, что, конечно, и Кругман, и, в общем-то, если вы пойдете смотреть, спрашивать будете университетских профессоров, то они вам, конечно, расскажут, что про европейский, скандинавский, канадский опыт, который хорошо бы Соединенным Штатам перенять. То есть в этом смысле интерес к другим моделям и к другим
особенно другим примером взаимоотношений там, государства и общества большой. Но если вы обратите внимание, ни один из политиков от ведущих партий никогда ничего подобного по программу не вставлял, именно потому что в целом в обществе никакого такого запроса нет. Даже ввести всеобщее медицинское обеспечение, такое, которое есть во всех европейских странах и в Канаде, в Соединенных Штатах не смогли. Вот Обама-Кейр так работает плохо, его еще Трамп стал отменять. То есть нет вот того самого запроса, который вам кажется виден, среди масс американских избирателей. А среди интеллектуалов, конечно, есть. Многие интеллектуалы хотели бы европейское что-то привезти в Америку. Нет, вот политики этим не занимаются. По поводу преимущества России. Знаете, вот до какого-то времени хотелось думать, и до сих пор хочется думать, да, что в целом у нас до сих пор более образованное население. К сожалению, у нас образование уже долго как бы в кризисе, и качество этого образования, как мне видится, в целом не улучшается в последние годы. Мы это теряем. Вот за постсоветское время в некоторых смыслах это как раз нас не касается, потому что в общественных наук, наоборот, большой скачок вперед из-за того, что все открылось, свобода слова появилась и возможность читать, но в целом уровень образования становится чуть хуже. Но я на днях разговаривал с одним студентом, приехавшим из, не буду говорить, из, в общем, достаточно развитой страны, который говорит, нет, у вас все-таки бесплатное и очень неплохое образование. То есть все равно эта репутация есть, и это на самом деле может быть каким-то конкурентным преимуществом в тот момент, когда будет больше свободы, и люди смогут из этого образования что-то сделать сами. Ну, я надеюсь, во всяком случае. Спасибо. Значит, девушка, ваш вопрос, причем только одному из нас, уже времени мало. И потом Петр Филиппов просил еще слово, тоже очень внимательно. Спасибо большое за интересную дискуссию. У меня вопрос про угрозы. Здесь не прозвучало сегодня, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу все-таки импичмента Трампа, угрожает ему это серьезно или это просто как бы демагогия? И второй вопрос все-таки... Второго уже нет. Пожалуйста, по поводу угрозы изменения нашей Конституции. Просто обещали, что будете говорить? Ну что же вы обещали? Ну, Трампа, Иван, давайте вот. Трампа нет, импичмента не будет, я думаю, тут никакой. То есть, вернее, импичмент уже состоялся. То есть, вот голосование Палаты представителей по импичменту уже было, и импичмент есть. Импичмент – это первый этап, а второй этап – это решение о должности. От решения о должности не будет, и я как бы ничего про это, за это не говорит. Я даже рискну сделать прогноз, что если вдруг мощный экономический кризис за оставшиеся месяцы нас не посетит, то Трампа переизберут в этом году на следующий срок. Но, во всяком случае, вот отстранить от должности его никаких вообще вариантов политических не видно. Я тоже очень кратко отвечу, потому что самое главное, что я наблюдал в последние пару дней среди моих коллег-комментаторов и сам тоже в это же попал, полная каша в голове относительно того, что, собственно, Путин нам предложил. Если серьезно читать то, что он предложил, то никаких однозначных выводов сделать нельзя, кроме, пожалуй, того, что Путин все-таки в том или ином виде после 2024 года хочет остаться. Иначе непонятно, зачем он это затеял. Но вот одни люди пишут, что он точно станет главой Госсовета, и Госсовет будет новым ЦК КПСС. Вот пока это не следует ни из каких текстов. Может, это будет, а может, не будет. Другие говорят, что он наверняка останется президентом там еще на один срок. И это не следует. Мне кажется, наиболее вероятным вариант того, что так или иначе будет объединение России с Белоруссией, и под это дело Путин будет оставаться. Но это тоже пока вот только моя гипотеза, из каких-то конкретных текстов это не следует. Поэтому, если не вдаваться в детали, на что уже нет времени, я думаю, надо сейчас просто смотреть, какие реально поправки будут проголосованы, приняты. Там в основу могут изменить, и это сильно изменит общую ситуацию. И потом до 2024 года еще много времени. Я думаю, что там будут какие-то новые изменения. Здесь всякие неожиданные повороты вполне возможны. А самым интересным мне, я даже сегодня в Фейсбуке пост об этом сделал, самым интересным за последние дни, мне кажется, не то, что творится с Конституцией, а то, что Беларусь стала покупать норвежскую нефть. То есть батьки втихую руки-то выкручивают. Это серьезно. Нефть-то дорогая. Это дороже, чем было раньше с российской нефтью.
И это еще не закрыли для Белоруссии российский рынок для белорусских продовольственных товаров. Кажется, закрыли прокачку из Казахстана. Что? Он сегодня жаловался, что закрыли прокачку из Казахстана. А, ну вот да, там много еще может чего произойти. И это может больше повлиять на проблему 2024 года, чем изменение Конституции. Петр, если можно, буквально пару. Да, буквально хорошо. В ходе дискуссии уже отмечалось, что у нас гораздо хуже понимание в обществе, понимание социально-экономических институтов. А это повлияет на будущее нашей страны. Скажем, мы проводили опросы не так давно, и на фоне нашего казнократства интересовались у специалистов, прохожих, у образованных людей, а знают ли они какие-нибудь методы, применяемые в той же Швеции, Норвегии или Финляндии, по борьбе с расхищением бюджетных средств. Выяснилось, практически не знает никто ничего. Да? И когда есть и другие темы, по которым мы тоже проявляем удивительное незнание зарубежного опыта. Поэтому молодые предложили создать специальный канал на YouTube для того, чтобы рассказывать о зарубежном опыте. Поэтому я обращаюсь ко всем к вам. Значит, молодые должны говорить с молодыми. Вот если молодые... У вас есть знакомые, которые готовы быть дикторами на YouTube и доводить до широких своих представлений об этих знаний об этих институтах, мы будем вам благодарны. Спасибо. Спасибо. Ну что, друзья, спасибо большое за сегодняшнюю работу. Хотя бы одной книги.